мы поймем причины, от которых зависит вообще эти финансы, вообще как понятие такого финансы, что это такое. Всем известное понятие кровообращения. Вот финансы часто сравниваются с таким кровообращением в обществе, как кровь. Что предполагает как бы некое единое сознание общества. Мы все зависим от финансов, каждый человек. Даже ребенок, неосознанно, так или иначе, он достает, понимает, что он зависит от этого. Родители зависят полностью, все, кто бы ни был, зависит от финансов. И в этом теле, как тело общества, есть также кровь, снабжение энергией. Финансы снабжают энергией, безусловно. И от качества крови зависит уже состояние всего организма, несомненно. Вы понимаете аналогию теперь? То есть кровь, ее назначение – очищать организм. Она повсюду циркулирует, как финансы, как деньги должны циркулировать. Если где-то скапливается какая-то гематома или еще что-то, или тромб, понимаете, это болезнь, кровь нечистая, деньги нечистые, это тоже уже осквернение всего организма. То есть, прежде всего, мы должны позаботиться о чистоте финансовой дисциплины, если мы хотим, чтобы было процветание. Но вообще, когда мы говорим о процветании, тут я должен прибегнуть к какой-то науке древних. Потому что процветание — понятие растяжимое, сейчас у каждого свое может быть, индивидуальное процветание. Поэтому, как принято в древних книгах рассматривать нашу жизнь в трех измерениях обязательно, в трех. Не в одном, не в двух, в трех. Сейчас вы увидите, что это такое. И, например, процветание возьмем. Давайте рассмотрим его так же, традиционно, в трех измерениях, в трех направлениях. Или, как говорят ученые, ведантисты, в трех гунах материальной природы. Процветание имеет качественную окраску. Невежество, страсть, добродетель. Три сферы. Сознание, три сферы желаемого, три направления с разными абсолютно результатами. Деньги — это как дождь, вот где прольется, то и вырастет. В том месте, если проливается на сорняки, будут процветать сорняки. Если прольется на культуру, будет расти культура. Куда мы направим эти финансы, того мы добьемся. В какую сторону? Вот эти гуны подобно различной культуре, которая будет процветать под влиянием наших собственных усилий. Что же такое энергия невежества? Если говорить в целом, это энергия разрушения. Ну, видим, что в мире что-то разрушается. Вот это энергия разрушения. Есть энергия созидания, страсть. Мы прилагаем усилия к творчеству. Это созидательная энергия. И что-то можем создать. Рождение человека относится к этой гуне. А взаимоотношения мужчины и женщины – это страсть. В результате есть творение, есть потомство, дети. Невежество — это увядание, исчезновение, разрушение, как мы говорим, а поддерживающая гуна — это благость. То есть добродетель, страсть и невежество — три качественных измерения нашей жизни. Теперь давайте рассмотрим нашу удачу, наш успех, наше процветание, соизмерим с этим. Что такое успех, удача в гуне невежества? Какие представления у человека в гуне невежества? Ну, по описанию. Когда гуна невежества влияет на наше сознание, на нашу жизнь, мы становимся ленивыми, пассивными. Мы ожидаем, когда все придет ко мне само по себе. Какого-то чуда, верим в чудеса, суеверный человек становится. Верит в привидения и духов, приметы. Невежестве он сонлив, гневлив, раздражителен, неудовлетворен. И к чему же стремится, в чем его успех? Успех он понимает как комфорт. Достаточно вкусные еды, которые я ночую. Мягкая постель, квартира отдельная. То есть есть удобство, сон спокойный в своей квартире, есть пища, есть секс, партнеры есть доступны для него, для наслаждения. И он защищен крепкими стенами, какая-то оборона, он чувствует себя счастливым и на вершине успеха. То есть есть это в каждом человеке, в нас тоже есть такое понятие, как счастье в невежестве. В своем собственном изолированном мире, в своей квартире, там именно главное, именно удобство. Это современные туалеты, это голубые унитазы, может быть, я не знаю, у кого какой вкус. Это какой-то экран большой, кинотеатр домашний поставить, там на мягкой постели расположиться. Тут холодильник, тут плита, тут машина внизу, все готово, все удобно, все, кнопки нажимаешь.
пульты, кондиционер, температуру регулируешь. Ну, удачи, успех, почему нет? В гуне страсти представление немножко иное об этом. Мы видим, что в гуне страсти человек тоже к этому результату стремится, но не так часто может им воспользоваться. Он занят страстью, он активен. Страсть — это активность, если невежда — это пассивное состояние, где человек постепенно разрушается нравственно и физически. Да, человек должен трудиться, чтобы быть здоровым. И умственно, и физически, и интеллектуально быть сильным, могучим, то есть тренированным. Например, если у вас нет достаточно умственной нагрузки, у вас будут проблемы психические, стрессы, будут подвержены стрессам. Если вы никогда не задумывались на философские возвышенные темы, у вас будет куча проблем внутри. То есть нужна умственная нагрузка человеку обязательно. Например, зубы, если вы едите только мягкую пищу, жалеете зубы, то корни ваши ослабнут, зубы будут болеть. Нужна иногда твердая пища, нужно труд, тогда они усиливаются. Таким образом, это касается и физического тела тоже. Нужна работа, чтобы пищу переваривать, нужно трудиться, иначе вы не сможете быть здоровы. Пищеварение ослабнет у вас когда. Если вы привыкли ходить на унитаз, у вас мышцы атрофируются определенные, седалищные, и подвижно будете геморрой, кишечным заболеванием, все остальное. Смотрите. Мы привыкли сидеть в комфорте на унитазе каждое утро. Но это не полезно. В страсти люди это понимают. Они понимают, да, нужен труд, нужны усилия, если хочешь чего-то добиться, там уже ценности другие. Успех означает престиж, богатство, положение в обществе, слава какая-то. То есть вот эти все самые привлекательные атрибуты относятся к гуне страсти. Вот это вот успех в понимании человека в гуне страсти. А зачем все это? А что там лежать на диване и ничего не делать? Фотографии развития своего успеха и прочее. И опять же, к невежеству склонен человек. Видите, в страсти он склонен к невежеству. Они так и делают. Они работают, это страсть, трудятся, что-то добиваются, а потом должны отдохнуть. Погрузиться в невежество. Такое расслабленное, пространное состояние, где есть выпивка, интоксикация, где вот такие вот вещи, две гуны, вот они чередуются, два качества. Как вы думаете, является ли это успехом жизни? Такой замкнутый цикл, работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых, работа, отдых. Мы сейчас просто проиллюстрировали одну вещь, которая описывается в Пуранах древних. Что, чем заняты люди в гуне страсти, описываются. Там, гуне страсти — это материализм сознания. Человек думает, что вот деньги, квартира, все остальное, я заработаю материально, вот эти достижения сделают меня успешным человеком. Это называется материализм. И что же делает материалист? Встает рано утром, идет на работу, трудится очень тяжело в поте лица. Возвращается с работы, ест, пищу принимает. Ночью занимается сексом, утром встает на работу. И идет на работу, работает очень тяжело, как осел. Вечером возвращается, ест, ужинает, занимается сексом с женой. Утром поднимается рано, идет на работу. Что он делает? Тяжело трудится, возвращается. Снова ест, спит с женой. Снова утром, и все. И так протекает вся их жизнь. Все. И они пытаются обучать следующее поколение в том же духе. Женись и работай, женись и работай, женись и работай. И все. Это все. Но если это успех, мы это уже делаем. Что же нас тревожит? А, понял. Надо удачу же еще. Удача — вот проблема. Не научное слово, видите, как к финансам, не знаю, как его вот научно приклеить это слово. Ведь это очень научная энергия удачи. Как и все остальное. Как и все остальное. Это факт, научный факт. То есть вы можете иметь разум, можете иметь образование. Но вот удача улыбнется мне удачи. Почему кому-то удача улыбается? И он легко зарабатывает хорошие деньги. Где бы ни был, к нему деньги сами как бы идут. Другой человек трудится, не покладая рук. И тоже имеет образование. И в той же культуре растет. И в той же семье, собственно говоря, родился. Но нет такого успеха, нет удачи. И казалось бы, почему нет? Все есть у человека, а вот не идет дело в нем. Вот удача — это самая важная вещь. Собственно, если мы хотим процветания, нужна удача. Как говорят древние веды, богиня удачи должна покровительствовать вам. Но в прошлом люди хорошо это знали, что удача — это определенное покровительство, ангел-хранитель должен быть для этого. Но в современном мире люди не надеются на удачу, потому что удача отвернулась от них. У них нет отношений с удачей научных. Они занимаются сейчас другим. Знаете чем? Все бизнесмены, ну, может быть, не все,
ну, большинство людей сейчас занимаются черной магией. Даже не подозреваю об этом. Они обманывают друг друга. Черная магия — это не что иное, как способ обмануть другого человека, оставаясь в законе при этом. Вас не уличить потом. Вы на тонком уровне это делаете. Вас никак не наказать потом, не обнаружить, не застать врасплох. Но вы это сможете делать, используя определенные методологии современной психологии и черного бизнеса, и также манипулируя законами. Это все область черной магии. Это касается не только бизнеса, но бизнеса особенно, потому что от бизнеса очень многое зависит в жизни людей, именно от денег они сосредоточены в большей степени. Но даже в семейных отношениях чаще всего люди спрашивают, знаете, о чем женщины? Если ко мне обращаются как к психологу, хотя не психолог. Мне интересует только одно. Скажите, как сделать так, чтобы муж был послушным? Вот не слушает меня. Это, собственно, раздел черной магии. Как подчинить другого человека. И он даже об этом знать не будет. Берете там, наговариваете, все. И он уже такой, какой вы хотите. Он даже не знает об этом. Вот всех людей интересуют вот такие разделы знания. Но я не буду говорить об этом. Я считаю, что это путь неудачи, великой неудачи. Хотя временную какую-то удачу можно выиграть на этом пути. Как сделку черную сделал, разбогател. На какой-то момент вы даже можете почувствовать, что вы успешны, на какой-то лишь момент. Но затем, что посеешь, что пожнешь, придут реакции. Самая большая проблема, знаете, в чем? Что люди, гоняясь за деньгами, деградируют. А что такое деградация? Деградация означает, что я теряю качество, но не считаю так. Я думаю, что у меня все хорошо, у меня нет проблем. Я обманываю, но думаю, нет, я справедлив. И я преследую только личную удачу. Меня общественный смысл не интересует вообще. Я потерял разум этот общественный. Кровоснабжения больше нет. Я тромб в этом организме тела. Через меня кровь не проходит, сознание общества не проходит, общественный день. Мне все равно, что там общество. Будет ли оно после меня, меня не интересует. Хоть поток, хоть трава не растет после меня. Нет. Это кровоснабжение не поступает, сознание не поступает. Если вы пережмете какую-то часть тела, руку, допустим, и кровь не будет поступать, вы потеряете чувствительность. Вы не знаете, вы не чувствуете. Интересно, что когда кровь возвращается, это некоторую боль доставляет и судороги. То есть вот реанимация, так сказать. Поэтому, когда человеку в этом сознании, отделенном вот таком вот, которому бесчувственно становится, деградирующий человек, говорят о какой-то истине общественной, о духовности, о взаимоотношении со Всевышним и прочее, он просто раздражается. Вы как анулись просто берут. Что когда эта жизнь возвращается в мертвое тело, говорится, что это очень мучительно. Итак, как человек относится к финансам, так вот он относится к жизни. Деньги олицетворяют как бы нашу жизнь. С другой стороны, если вы меняете отношение к жизни, вы абсолютно можете быть уверены, что ваше отношение к финансам тоже изменится. Вот это очень важно. Искусство финансов. В двух словах. Если опираться на древнейшие источники, искусство и успех зависят только вот в этой формуле. Быть богатым и не отождествлять себя с богатством. Вот он успех. Это гуна добродетель. Когда мы знаем две вещи, даем знанием и счастьем, то есть понимаем цель жизни, это знание. Если мы не знаем высшую цель жизни, знаний нет. Если вы хоть в чем-то ошибаетесь, будете во всем ошибаться. Особенно в ключевых моментах. Если мы не знаем, что такое жизнь, мы не сможем жить по правде, это невозможно. Нужно познать жизнь. И деньги — это средство поддерживать жизнь. Мы должны знать, что такое жизнь. И как это поддерживается финансами, бумажками. Как это происходит, и для чего, почему так. Собственно говоря, это современное устройство, более-менее, бумажки. Это некоторая иллюзия, это не нереальное богатство, бумага. Там написано, обеспечивается золотом, но на эти бумагу вы не купите столько золота. Нет такого золотого запаса. Денег печатают, и все, и девальвация. Их можно увеличить количественно. А золото вы не можете увеличить количественно слишком или уменьшить. Оно в мире более-менее стабилизировано. Поэтому золотой стандарт, он отвечает за это. В природе вещей. Должны знать, что такое золотой стандарт. И в прошлом торговля была более-менее миновой.
Если даже не было бы золота, вы торговали, просто обменивались товарами. Не так важно. Это лучший способ был поддерживаться. И с тех пор, как появились бумажные деньги, появилась возможность манипулировать ими и делать черные сделки, несуществующие вещи делать. Это что-то вроде как у Гоголя «Мертвые души». Вы просто записываете этот весь список, но на самом деле они не существуют. Но тем не менее у вас есть престиж в обществе, у вас есть души. Вы владелец, вы дворянин. У вас много крепостных крестьян, но на самом деле это мертвые души. Также эти деньги, они, по сути дела, мертвые, потому что на эти деньги мы не можем купить успех и удачу. И счастье. Только какие-то вещи. Это все. Ни отношения, ни что-то еще. И эти деньги мертвы, потому что эти деньги препятствуют взаимоотношениям очень часто. Из-за денег даже родственники становятся врагами. Даже братья и сестры разрывают свои отношения. Суд подают на своих родителей. Только посмотрите, какая гигантская власть этих бумажных денег, искусственно поддерживающая в нашем обществе. Поэтому кризис — это нормальное явление, поймите. Чтобы немножко отрезвиться человеку. Это важный момент. Это закон природы. Не думайте, что какая-то аномалия, кризис. Как болезнь. Если мы злоупотребляем пищей, естественно, пища будет болеть, но это предупреждение. Если мы хотим жить дольше, мы должны понять, что нужны какие-то ограничения, нужен какой-то разум. Успех без нравственности не достигается, говорится. На внешнем уровне мы не можем достичь успеха, не имея внутренних правильных отношений. И кризис, возможно, поможет нам быть ближе друг к другу, вернуться к изначальному представлению об успехе. Итак, в невежестве это просто комфорт. Я сейчас даже это нарисую на доске. Есть микрофон? Чтобы это запомнилось наглядно. Буду на материале природы. Итак, у нас здесь успех. Успех. И представление об успехе. Здесь невежество. Здесь у нас страсть. И здесь у нас добродетель. Очень важно, что мы знакомимся с этими как бы новыми понятиями, если кто-то впервые слышит эти новые понятия. Потому что от этих понятий зависит наше отношение к жизни, в принципе. Иногда нужно восстановить какие-то, реабилитировать какие-то понятия в обществе. Насколько все зависит от нашего умонастроения в этой жизни. Только посмотрите. Мир, в принципе, хорош сам по себе. Он неплох. Он изначально хорош. Но у нас есть свое к нему отношение. Вот это проблема. Потому что мы не знакомы с его изначальными понятиями, основами. Почему он такой? Иногда этот мир считали ученым враждебной стихией. Вот такое понятие было. И от этого умонастроения зависит, как мы будем относиться к миру, к деньгам, друг к другу, к людям, к своим, чужим, другим национальностям и так далее. Понятия нужно восстанавливать заново, реабилитировать их. Например, годы Второй мировой войны. Я воспитывался вот в то поколение, где нас воспитывали на подвигах Второй мировой войны. Для нас фашизм был это самое величайшее зло в мире, нас так воспитывали. Это кинофильм, это литература на каждых уроках или все что угодно. Всегда, например, Великой Отечественной войны. Этот героизм, патриотизм и зло фашизма. И символ свастика. До сих пор, когда вижу свастику, я вздрагиваюсь. Потому что это вложено в меня с детства, со школы. Вот этот черный круг, вот этот белый свастик. Это жуткий, жестокий, нацистский символ. И вот я еду в Индию. Там тоже свастика кругом. Это совсем другое. Когда индус видит свастику, он радуется. Удача, благоприятный знак, посмотрите. Это знак могущества, знак солнца. Даже если она даже перевернута, не важно, все равно благоприятно. Очень, очень благоприятный знак. Но вот этот индус, вот этот, вот, скажем, советский или постсоветский гражданин, совершенно по-разному видит одно и то же. Но только посмотрите, наше умонастроение, наш опыт жизни накладывает свой отпечаток, и мы видим то, что отражает наше сознание в этом мире.
Но в мире нет никаких неблагоприятных знаков, никаких плохих вещей. Наш опыт искаженный называет, плохо это или хорошо. Если вы женились в жизни 5 или 6 раз, вы скажете, это очень плохо, вообще жениться, брак, жена, это проблема. Но если вы женились, и у вас любовь всю жизнь, и вы знаете, как это поддерживать, скажете, жизнь, брак, это прекрасно, это жизнь, это великолепно. Это же любовь, это же дети, это же традиции, вы будете описывать потрясающие вещи. Так хорошо это или плохо, скажите. А, но у меня опыт плохой. Видите, мы индивидуально это понимаем, в зависимости от опыта и умонастроения. И веды говорят, даже если у вас плохой опыт жизни, ваше умонастроение не должно зависеть от этого. Вы должны знать истину, это добродетель. Не поддаваться даже вашему плохому несчастью или неудаче опыту. И, например, у меня неудача в бизнесе. А что это означает? Что это может вообще означать? Неудача в бизнесе. Например, я не могу заработать деньги. Я зарабатываю, теряю. Или меня обманывают часто. Это что, плохо бизнес? Да нет, просто похоже, вы не бизнесмен. Почему бы не сделать такой нормальный вывод и не заняться другим делом своим? Почему бы не так? Это одна сторона, что правильная самооценка имеет гигантскую роль. Почему-то сейчас все воспитаны так, что, ну, в основном люди воспитаны так, что должны зарабатывать какие-то большие деньги. Вы знаете, в моей семье таких проблем никогда не было у отца и матери, потому что в то время бизнеса как понятия такого не существовало. Не существовало понятия бизнеса. Это была буржуазная культура. Капитализм вообще. А мы советские люди были. Зарплата была. Никто не думал, что можно заколачивать какие-то большие деньги, и вообще об этом речь не шла. Люди совершенно по-другому относились к жизни. Они очень легко помогали друг другу финансово в то время. Но, в всяком случае, в том регионе, где я жил, на севере. Что, у тебя нет денег? Да на тебе деньги вообще. Не взаймы, просто на тебе деньги и все. Что, тебе доехать уже? Садись. Зачем? Деньги не надо, просто довезу и все. Вообще об этом не думали. И сейчас, конечно же, за это время прошли десятки лет. И люди усвоили какую-то другую вещь, другой стереотип. Откуда-то с Запада, который здесь преломился уже несколько раз, представьте себе. На Западе совсем не так. Здесь чуть ли не каждый хочет большие деньги заработать. Но так финансовая дисциплина не строится. Если вы хотите заработать деньги, вы должны знать, от чего это зависит. Разум должен. А, я знаю, чего это зависит. Вот я вижу, как это другие делают. Они берут, вкладывают деньги, пускают в оборот, получают больше. Вот мне нужно вложение иметь. Дайте мне только на вложение, я сделаю большой бизнес. Другой стереотип так понимают. И, как правило, люди, которые так мыслят, теряют все на таких вложениях. Я очень много таких примеров. Они просто берут, занимают, кредит какой-то берут, вкладывают, и все теряют. Или половину теряют. Или какие-то еще неудачи. Потому что это не так. Законы бизнеса совсем другие. Мы должны приносить людям счастье. Вот истинный смысл нашей деятельности. А чем будете заниматься? Бизнесом, простой работой, руководством или преподавать? Это уже детали, это не важно. Но суть для всех этих классов людей, профессий, одна. Вы должны быть источником счастья. Только тогда вы сможете сделать хороший бизнес. Настоящий бизнес. Конечно, есть другая сторона – удача. Например, я не очень забочусь о счастье людей. Хотя, знаете, я вам скажу, даже те люди, которые урвали большой капитал, они все равно очень заботятся о своих подчиненных. Это точно. Я встречался с подобными. Какие бы они ни были, они очень заботятся. Они себе руку отрежут иногда за кого-то, за какие-то подчиненных. Поэтому им служат. Им служат этим людям, потому что они могут заботиться. Так или иначе, это все строится на определенных отношениях. И на их как бы способности опять же о ком-то заботиться. Пусть они между собой конкурируют, но о своих подопечных они умеют это делать. То есть люди, которые знают толк в этом бизнесе. Они думают только о деньгах. Иногда они очень много жертвуют денег. То есть бизнесмен означает человек тонкой культуры. Тонкий ценитель искусства, красоты, потому что это стоит деньги. Он знает, что такое деньги, куда их вложить, и что это, что такое настоящие ценности. Это драгоценные камни, это архитектура, это произведение искусств. У них высокий очень вкус, развитый интеллект, и чувствительные в отношениях. Они способны заботиться как о собственных детях, о подчиненных. Вот это удачливый бизнесмен. А деньги – это лишь следствие его природы. И, конечно, попытайтесь подумать, к
как заработать большие деньги, но нравственным, честным путем. И вот тогда будет настоящий бизнес. Не как эти деньги добыть каким-то образом. Нет, нет, нет. Знаете, есть разум вора, он тоже разумный. Кто же спорит-то? Вор бывает еще разумнее любого бизнесмена. Они такие вещи сейчас придумывают, такие технологии разрабатывают воры. Электронные воры, если им взламывают, там хакеры всевозможные, есть карманники, есть, знаете, такие квалифицированные люди есть. Я не знаю, кто это, американский писатель известный какой-то, Эдгар По, возможно, нет, нет, нет. Не помню, но он описывает этот рассказ об одном пожизненном заключенном в тюрьме в Америке, вор, о котором вспомнило правительство, потому что сейф государственный заклинило, не могли открыть. Не знаю, какая причина, сейф не могли открыть, очень ценными документами. Предлагали взрывать, но боялись повредить документы. Еще что-то предлагали, тоже было опасно, и что делать, не знали. Ценнейшие были документы государственной важности в этом сейфе. И в конце концов, кто-то из министров предложил, тут есть у нас один интересный субъект пожизненно, мошенник, в высшей степени мошенник, прославился воровством. Любые замки открывает, любые сейфы взламывал, какие-то секреты знает. Ну, может быть, попросим его? Но взамен на освобождение. Согласится наверняка. И пригласили этого человека. В этом рассказе он подробно описывает. Возможно, это исторический случай, я не знаю. Но очень подробно описали. Этот вор пришел в такой шапочке полосатой, в такой же пижаме полосатой с номерком, заключенный такой, пожизненный. И к нему обратилось правительство и сказало, вот мы знаем о ваших способностях, но нам нужна помощь. Помощь Америке. Можете послужить Америке. Мы обещаем свободу, если вы откроете этот сейф, не повредив документ. Вы сможете это сделать? Он даже не смотрел на сейф, сказал, конечно, смогу. Какой смотрит, значит. И что вам для этого нужно, спросил один из министров. Принесите мне таз воды и пилку для ногтей. Он издевается, тут сказал, гоните вот. Нет, 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 сказал президент, несите таз холодной воды, как он просит, и пилку для ногтей. И он уселся, таз холодной воды, пилка для ногтей, и стал перед ногти, поглядывая на всех. Он точно издевается, но они терпели. Ну, пусть он скажет, пожалуйста, что он вообще будет делать. Но они стали замечать, что он перед ногти как-то странно. Не с этой стороны их равняет, а с плоскости спиливает ноготь. С левой руки ногти спиливает. И время трения покрывает холодную воду, остужает руку. И снова спирит, пока не стали проявляться капельки крови. Ай, что такое? Очень разумный человек. Он готовил очень сверхчувствительный инструмент для такого сейфа. Да, нужны иногда наушники, чтобы открывать такие сейфы. Потому что там щелчки есть, такие звуки, по которым можете определить, где вот этот шифр совпадает по звуку. Он использовал другой, не наушник, он использовал свою руку со сверхчувствительными ногтями, где малейшее колебание отзывалось, болью стрелял. И остудив ее в холодной воде, он получил таким образом сверхсенсорное устройство. Положил свою руку на крышку сейфа, правой стал вращать шифры внимательно, все затихли. 15 минут, сейф открыт. Нет, такого мошенника мы отпустить не можем, сказать. Отправляйте в тюрьму. Спасибо за работу. Об этом был рассказ. Это я говорю сейчас о разуме, что много из разумных людей сейчас могут как-то что-то урвать на какое-то хотя бы время, спрятать что-то. Да? Ведь это же типичное для нас поведение. Спрятать потом это главное нужно. То, что мы заработали. Потому что богатый человек не боится в своих деньгах на самом деле. Почему? А к нему деньги сами люди приносят. Никто у него воровать не будет. Это вопрос отношений. Богатство – это отношения. Ведь это же удача общаться с таким человеком. Он удачлив. Один царь, вассальный царь, дружил с императором. Понимаете, да? Подчиненный царь есть. Есть империя, есть царство. И вот этот вассальный царь дружил с императором. Они были друзья близкие. Но в царстве было его неспокойно. И в какой-то период времени там вообще произошел переворот против него. Ну, там устроили революцию, его хотели свергнуть, вообще убить даже, и он бежал с собственного царства. Куда же он бежал? К императору, к своему другу. И сказал, посмотри, что произошло. Мои подданные, они меня изгнали из царства. Смертью угрожали вообще.
А за что и другое, то он стал описывать. Император смотрел на него абсолютно спокойно. Без всякого сочувствия или сострадания, спокойно смотрел, слушал, что происходит. «Помоги мне», — сказал этот царь. Император сказал: «Хорошо, помогу тебе. Вот тебе 100 овец, спаси. Вот это дружба». Да, вот когда я имел власть, мы были друзьями, теперь я все потерял. Вот что такое, видите, как жизнь. Все поворачивает, где же наши отношения. Но с горечью сердце у нее осталось другой выход, можете представить. Вот пришлось спасти овец 100 штук. Но, знаете, он никогда в жизни не пас овец. Он все-таки царь. Но он подумал, ну как я пасти? Он просто выходил и пасти, и передохли овцы. Что-то там наелись они там, животы вспучились. Много передохло овец, он пришел, сказал царю: «Прости, но все стадо подохло, почти все». И он был очень расстроен, нужно доверие, знаете. Но император сказал: ничего, не беспокойся, вот тебе 50 овец, спаси, пожалуйста». Он уже с большим желанием взял 50 овец, подумал: «Мне не упущу шанс». Стал пасти более внимательно, но ночью не уследил, волки налетели, разогнали все стадо, переели, перегрызли. Но он пришел настолько расстроенный и спросил императора: «Что же делать? Прости, я потерял эти 50 овец». «Да не расстраивайся, мы же друзья. Вот тебе 10 овец, спаси, пожалуйста». Он взял 10 овец. На этот раз он уже был опытным человеком, внимательным человеком. Смотрите, внимательно слушайте сюда. Кажется, незначительная деятельность, правда же? Спасти 10 овец. От нашего разума зависит, что будет дальше. Можете начать с того, чтобы пасти овец, а закончить потом корпорации. То есть только от разума человека. Смотря как вы относитесь к тому, что у вас есть сейчас. Не так, что успех определяется только по количеству приобретенных денег. Нет, количество разума тоже должно быть. И удача тоже, и любовь, и мудрость. Он стал пасти 10 овец, и он наблюдал за ними, изучал их природу, и таким образом он знал, как пасти их, как, чтобы они общались и прочее, и они стали у него размножаться очень быстро. Через несколько лет там было уже около 1000 овец. Он с гордостью пригнал это стадо, император сказал: «Вот тебе из 10 000 овец, я покрыл все твои потери и принес тебе еще прибыль». «Вот теперь», — сказал император, — «забирай свое царство обратно, я там навел порядок». «А что ж ты сразу мне винил вот это царство? Я даже в своей нашей дружбе усомнился, ты понимаешь, как мне было тяжело вообще? Друг мой, но я видел, что тогда ты потерял разум, и ты не можешь больше управлять царством. Итак, как же этот разум не потерять? Потому что вы не избежите, чем бы вы ни занимались, вы не избежите каких-то приятных, неприятных событий, то кризис, то процветание, то потери, то приобретение, то обман, то ложь, то еще что-нибудь. Как вы, если занимаетесь большими деньгами, как вы можете избежать таких столкновений, таких явлений? Невозможно. А вот как разум не потерять во всем этом? Вот в чем наша репутация. Как сохранить качества человеческие возвышенные, как честь свою сохранить вот в этой сложной жизни. Это и есть настоящая наша деятельность. Вот это жизнь называется. Черные деньги человек не должен трогать руками, говорится даже. Даже смотреть. С этой точки зрения сейчас вообще очень сложно смотреть на деньги. Почти все деньги могут иметь отношение к какой-то сделке неправильной. Черные деньги. Итак, деньги несут определенную информацию. И сейчас, в современное время, деньги, они развращают людей очень сильно. Давайте посмотрим, как это происходит. Когда человек смотрит на деньги, что он видит? Он не видит бумагу, видишь? Нет. Что он видит? Он видит там дом, машину или золото. Так? Это развращенный ум. Вот такие образы. А что человек должен видеть, глядя на деньги? Должен видеть энергию Бога. Например, вы идете по дороге и видите, инструменты лежат на дороге какие-то. Тут лопата, тут кирка, тут отбойный молоток, не знаю, что еще. И никого нет. Вы же проходите мимо, понимаете, работы идут, эти инструменты рабочие оставили, сейчас вернутся, так, они вам не принадлежат. Вы понимаете, эти инструменты принадлежат кому-то, тут работа идет. Вы спокойно им проходите.
Но если вы идете по дороге и видите, деньги лежат, что вы думаете? И никого нет. Они говорят, кто-то потерял, сейчас вернется, я иду дальше. Нет, нет. Это мое сразу. Это скверненный рук. У каждого есть такое в природе, видите, человек. Мы играли еще в детстве, по-моему, кошельком. Набивали кошелек какой-нибудь ерундой. Дети так делают. Мы так делали. И на ниточку его. И на дорогу бросаете. И прячетесь за угол, за деревья. Очень интересно. Попробуйте. Люди идут, и вот с этим... Все по-разному реагируют на этот кошелек, конечно. Но все хотят его взять. Интересно то, что сначала все оглядываются по сторонам, никого ли нет. Очень важно, чтобы никого не было, понимаете? Потому что мало ли вдруг человек возвращается с этим кошельком. И тут его берете, поднимаетесь и в карман кладете. Вы как вор действуете, верно? Мы не хотим быть ворами. Поэтому важно, чтобы не было свидетелей. Это самый важный момент. Устранить всех свидетелей – это самое важное в нашей жизни. И вот этот человек оглядывается, вообще меняется на глазах совершенно человек, а мы хохочет он за углом. И вот он наконец протягивает руку. И ну, в это время нужно как раз делать успеть за кошелек. Вот это ну, икра у нас. О, как мы злили народ. Потом они знали свой квартал, потом бегали. Всех это так злило. И мы радовались. А один человек все-таки догадался, что это шутка. Наступил на эту нитку. Увидел нас как-то, он понял все это. Взял этот кошелек и тоже сильно нас ругал за это, за такие шутки. Что у людей пробуждаются недобрые чувства, что за шутки такие вообще. Вот человек говорит нормально, вдруг видит деньги, и представляете, у него проблемы начинаются. И все видят, что у него куча проблем, ну что это такое. Вы разоблачаете ум людей. Вот дети так любят делать. И, собственно, эта наша беседа предназначена для той же самой цели – разоблачить наш ум. Насколько мы вообще готовы к серьезным делам? Серьезным делам. Не просто развить разум вора или заняться черной магией, починить кого-то, призвать к себе деньги. Что касается черной магии, то все очень просто. Я вам сейчас скажу, как можно выиграть кучу денег при помощи черной магии. Когда мне было 20 с лишним лет, мне принесли книгу, называлась «Черная и белая магия». Я никогда не занимался магией, я просто читал и пытался понять, научно ли это, что это вообще, как, почему это работает. Работает ли? Мне говорили, что это все работает. Можно убить человека на расстоянии, на смерть сделать там магию какую-то, можно приговорить, можно отговорить, можно деньги какие-то стянуть к себе. Я думаю, а как же это все работает, как же это понять? Мне как ученый пытался понять, что это за механизмы такие. И у меня вот на столе лежал такой вот талмуд черной и белой магии, можете представить? Ну, я наивный же был совсем. Ну, еще 20 с лишним лет, можно сказать, еще детский разум. Но меня предупредил этот человек подпольный, из подпольного Петербурга. Эту книгу никто не должен видеть, никто. Я говорю, конечно. И она у меня прямо на столе лежала. Я забывал об этом. И тут к нам приезжает подруга, однокурсница бывшая, в гости в Петербург. Мы ее встречаем, все, приглашаем в дом. Она, оп, увидела, черт, это черная магия. Что? Я испугался, мы забыл об этом. Я говорю, просто вот читаю. Надо слухи. Она взяла оглавление. Я был потрясен. Оглавление сразу нашла. Нашла пункт, нашла страницу, выписала что-то. Я книгу оставила, в карман положила. Пошли. Кого-то это интересует с другой точки зрения. Не с точки зрения науки, а с точки зрения потребительства. Так вот, как мы к деньгам относимся? Мы должны быть немножко учеными. Деньги нас все равно научат, в любом случае, жизни. Мы вынуждены будем стать... Если вы хотите иметь большие деньги, вы вынуждены будете стать ученым человеком. Потому что деньги все равно нас будут учить. Потому что потери денег большие, подобны смерти. Потери жизни буквально. Если большие деньги человек теряет, подобно потере жизни. Все, он может умереть. И любит себя. Или когда получает огромные деньги, он думает, что очень счастлив от возбуждения тоже. Он пьянеет, становится полусумасшедшим. Есть такие исторические примеры влияния на сознание этих бумажек, этих эквивалентов и всего остального. И таким образом там описывается, там просто дается какой-то вот рецепт, не объясняется ничего, никаких наук, просто вот делай так и получишь результат, и все. Вот разве не такое нынешнее образование? Очень похоже на нынешнее образование. Поэтому я говорю, что современный бизнес очень похож на черную науку, черную магию.
И что же такое черная и белая магия? Есть белая магия, да. Но там нет эгоистических стремлений, вы хотите делать что-то доброе людям. Это другая наука, в обратную сторону. Тоже есть правила предписания, без объяснений, но поступайте так, получайте хороший результат. Например, делать пожертвования – это предписано для людей, бизнесменов, иначе он не смотрит, погодите. Его не будут поддерживать люди. Если он жадный, будут завидовать. Завидовать его деньгам, его машине, его дому. Иногда вредить ему. Знаете, в Алмате, помните, когда вот сейчас автомобили – это уже не роскошь, а средство передвижения, так сказать. Сейчас все заполнено автомобилями, каждый двор просто битком набит. А как это все начиналось? Кстати, иномарки сюда же как-то даже поступили после развала Советского Союза, стали поступать такие дорогие машины сюда, и их несколько, может быть, там во дворе. Одну-две ставят такие вот джипы, знаете, крутые. И люди всегда протыкали в них колеса. Обязательно. Вот по всей Алмате это было одно и то же. Обязательно протыкали. Люди завидовали. Люди не любили этих. Потому что они понимали, это какие-то черные деньги. Они как-то их неправильно добывают. То есть большие деньги означает, пробуждается зависть у кого-то. Поэтому, если мы не совершаем какой-то благотворительной деятельности, мы не имеем поддержки в обществе при успехе. А успех – это что? Здесь выгода. Успех. Выгода. Здесь комфорт. А здесь счастье. Если коротко говорить. А, у нас все наоборот. А как же так получилось? Направление. Но посередине точно, во всяком случае. Здесь комфорт. Здесь счастье. Счастье и знание. Здесь комфорт. Это означает прострация, лень, это пустое времяпровождение. Вот человек думает, что вот он успешен, если у него есть время просто вот быть в комфорте. Здесь развлечения, так, каналы, интернет, телевидение, развлекаться, какие-то вещи получать для развлечения. Это невежество, бесцельное, бессмысленное существование, так, украшено какими-то атрибутами. Интересно, что эти три гуны не все сочетаются друг с другом. Потому что человек может подумать, я хочу все три вещи иметь. Почему? И комфорт, и выгодно действовать, и быть в счастье, и знание. Но природа такова, природа добродетель и невежество совершенно прямо противоположные. Если вы идете и видите, что добродетель там впереди, то невежество далеко в другом, за 40 миль друг от друга. Не сочетаются эти вещи. Как свет и тьма, скажем. Если свет есть, мы-то не можем. А во тьме, значит, отсутствие света. Что-то одно из них должно быть. Поэтому одно исключает другое, здесь говорится. Невежество исключает добродетель. Добродетель исключает невежество. То есть знание, невежество – это разные вещи. Тут мы должны сделать выбор, конечно же. Что касается страсти, мы не можем ее исключить или принять. Мы не можем исключить выгоду из своей жизни. Но и принять ее тоже нельзя. Интересный момент, видите? Это страсть. Промежуточная такая сила, энергия. Вот этот настрой. Поэтому говорится, что к страсти нужно относиться нейтрально. Вы делаете это без желания выгоду из чувства долга. Без личного желания выгоды из чувства долга это делаете. Например, вы должны стать богатым, если вы бизнесмен. Это ваша обязанность. Это не ваша прихоть, это ваша обязанность. Страна должна быть богатой. А что такое богатая страна? Это богатые люди, которые поддерживают определенные функции в государстве. Финансовые. Это их позиция. И их ответственность быть богатыми. Обязанность. А отличить это от прихоти, различать. Есть прихоть быть богатым, а есть необходимость быть богатым. Это разные вещи. Вот это страсть. Вот так не нужно относиться. То есть там, где есть страсть, активность, должен быть долг. Накладывается долг. Иначе выгода, она стянет вниз. Это жадность будет. Это зависть будет. Это вражда будет.
это кризисы будут. Потому что все кризисы — это отношение жадности и зависти, больше ничего. Если с позиции гун говорить, это так. Если с финансовой точки зрения говорить, что где-то скапливается, где-то недостает, где-то перекрывается, это выгода. Кому-то выгодно, кому-то невыгодно, и вот эти отношения выгоды-невыгоды, они делают нашу жизнь временно успешной, временно неуспешной. Там нет компромиссов, понимаете, там жестко все. Потому что деньги – это жизнь. И ради денег люди могут лишать жизни даже. Это вопрос уже количественный денег. Если за большие деньги легко это можно сделать. За малые деньги мы еще подумаем, стоит ли связываться вообще, руки пачкать, так сказать, иногда говорят. Но за большие деньги люди могут делать все, что угодно. Развращенный ум. Это мощная ослепляющая сила. Поэтому, если мы хотим успеха в своей жизни, мы должны понять успех с позиции долга прежде всего. Иначе этот успех обернется для нас могилой. Жизни. Это касается не только финансов, это касается и семьи, это касается и работы, это касается наших отношений. Прежде всего нужно понять долг, с позиции долга. Это первый наш шаг к совершенству, к успеху. Итак, давайте свою жизнь оценим с позиции долга. А это означает, нужно знать, кто я, тогда я могу понять, что я должен делать. Кто я? И согласно ведической культуре, есть различные типы людей. Их 4 будет типа, согласно 3 гунам, их 4 будет, потому что один тип смешанный. Есть 3 типа, соответствующих с гунами, и один тип смешанный. И первый тип — это интеллигенция. Интеллигенция. А относятся к гуне добродетели. Они должны иметь знания и быть удовлетворенными по своей природе. Независимо ни от каких других обстоятельств. Эти люди, которые постигают свою природу, они удовлетворены внутри себя, это интеллигенция. Это класс. Интеллектуально они имеют способность обучать поэтому. Если ваш учитель то довольный, то недовольный, раздражительный, неуравновешенный, вы не научитесь ничего. Непоследовательный. От них требуется равновесие интеллекта. А это большие знания и глубокое внутреннее счастье. Это представители гуны добродетели люди. Голова общества. Хорошо. Что их делает уравновешенными? Незаинтересованность в выгоде. Сейчас, кстати говоря, интеллигенция в обучающих институтах, университетах получается это зарплату, верно? В советские времена тоже, хоть и небольшую, получали зарплату. Это для интеллекта не полезно. Веда говорится, никогда этим людям не платили зарплаты. Знания так утекают. Они становятся зависимы от оплаты. А он не должен зависеть от оплаты. Ему давали пожертвования, добровольные этому человеку, учителю. Все. Сейчас это ушло в прошлое, мы потеряли. Хорошо, мы поставили зарплату. Тогда таким образом интеллигенция — это один из видов бизнеса становится, видите? Выгодного бизнеса. Вместо долга там тоже есть какая-то выгода. Или смешанная тоже. То есть интеллигенция не должна быть заинтересована в выгоде. Второй класс – управляющий. Управляющий класс. Это представители гуны страсти. Они очень активны. Это администрации военные. У них другой склад ума и природы. Они действуют в экстремальных обстоятельствах спонтанно и великолепно. Чем сложнее ситуация, тем более квалифицированно действует человек в гуне страсти. Ему нужен риск, экстрим, кризис, чрезвычайные обстоятельства, и там он реализуется в максимальной степени. В покое он разлагается. Ему нужна война, ему нужно установить справедливость, ему нужно руководить, ему нужно что-то преодолевать и так далее, организовывать, сила, защищать, закон представлять и так далее. Это герои в обществе. А они никогда не думают о выгоде, потому что у них власть. Это очень разумные люди в страсти. Они знают, если у вас есть власть, деньги автоматически есть, они не должны думать, должны быть у власти. Как организовать общество так, чтобы вы могли управлять? Ваш авторитет должен быть для этого. Поддержка общества, ваша решимость, ваши знания, смысл жизни должны все знать, все быть отцом для общества. Это великий класс людей.
Это управляющие, цари, монархи могут быть, или великие воины тоже. Это страсть. Эти два класса, видите, не заинтересованы в деньгах, в выгоде какой-то, у них другие интересы. Третий класс – это торговля или бизнес. Вот они заинтересованы в выгоде, они обязаны быть богатыми. От них это требует, вот эти два вышестоящих класса. Чтобы общество процветало, все сферы процветали, нужны финансы. И они поступают именно отсюда. Управляющий класс берет это в форме налогов. Интеллигенция в форме пожертвования, не требуя этого. Удивительные отношения складываются между этими классами. Видите, другие совсем отношения. Если управляющий класс, он в форме налогов. Хочешь, не хочешь, ты обязан. Ты богатый человек, ты обязан платить такой-то налог, потому что на образование, на медицинскую помощь, на культуру, на поддержание, скажем, каких-то образовательных вещей, которые не производят ничего, нужно их поддерживать. Откуда налоги должны быть? Торговля. И четвертый класс – это рабочие. Рабочие. Они не могут создать большой капитал и даже не имеют такого желания, бояться больших денег. Если вы рабочему дадите большую крупную сумму, он ее сразу спрячет, сразу испугается. Под подушку, матрас, зашьет куда-нибудь, не знаю. Или в землю закопает, как клад, и он сильно испугается. Не могут принять такую высокую ответственность этих людей. Это люди представляют гуну невежества, они склонны к интоксикациям, к лени, они могут не сознавать какое-то общественное устройство или смысл жизни, не философствовать слишком, они простой народ, так скажем. По уровню качества они вот такие, не заинтересованы в этих вещах. Но они очень хорошие помощники. Если о них заботиться, они очень хорошо помогают в любой области и сфере деятельности. Это рабочий класс, основа, опора всего общества. А торговля относится к гунам смешным, страсти и невежеству вместе. Вот это смешанный класс, единственный смешанный класс – это бизнесмены. Остальные представляют чистые вот эти качества, чистые категории. Торговое сословие, оно смешанное, это страсть и выгода. То есть выгода и комфорт, вот-вот, невежество и страсть совместно делают их активными в этой деятельности. Просто могут зарабатывать деньги. Но, смотрите внимательно, у них достаточно разного, чтобы понять, зачем нужны деньги от управляющего класса и от интеллигенции. Они восприимчивы сверху. И вот когда они невосприимчивы к высшим вещам, тогда им приходится воспринимать от низшего класса. Как это сделать? А вы можете очень легко обрести репутацию в народе и поддержку, если дадите им то, что они хотят. Это выпивку, это даже наркотики, это незаконный секс, это то, что сейчас процветает. И современное общество предоставляет такие услуги, пожалуйста, любые, какие хотите, для рабочего класса, чтобы иметь вот эту поддержку, потому что это самые многочисленные классы, они могут помочь в любой сфере деятельности, это выгодно для них. А кризис означает, что они невыгодны становятся, эти люди. Их тоже иногда можно просто выгнать на улицу, но невыгодно они становятся, мы деньги теряем. Сокращение штатов, допустим. Или что, заменяют станками, техникой людей, тоже выставляют на улицу. Есть разные способы, как обращаться с этим. И как видите, что обязанность быть богатыми есть только у одного единственного класса. Если вы принадлежите классу рабочих, вы никогда не разбогатеете. К управляющему классу вам тоже не нужны большие деньги. Интеллигенция там не заинтересована, видите. Теперь осталось только понять, кто же мы. К какой категории мы относимся? Недостаточно одеться как бизнесмен, чтобы стать бизнесменом. Или пройти какой-то семинар по бизнесу, чтобы стать бизнесменом. А как же природа? Наша природа. В древних книгах Бхагавад-гите говорится, что человек должен выполнять свои обязанности, но не чужие. И вот тогда он прогрессирует. Неважно, к какому классу мы относимся, важно, что мы служим Богу, говорится. Всему обществу, полному целому. Вот что такое сознание. То есть сознание может развить любой человек, высшее сознание, оставаясь при этом просто простым рабочим. Неважно кем, бизнесменом, кем угодно. То есть суть-то этих всех вещей заключается в том, чтобы развить свое сознание.
качество, прогресс общества в этом заключении. Успех – это знание и счастье. То есть знание и счастье – это качество в человеке. Знание – это качество, это не информация. Например, вы можете забыть какие-то вещи, но наука отношений, всегда помните об этом, она зависит от ваших качеств. И только от этих качеств. Почему с одними людьми мы можем понимать друг друга, а с другими людьми уже не можем понимать друг друга? На кого-то действует положение, вот, например, друзья дружат, и кто-то занимает высокое положение. Все, нужно знать, как общаться с ним, на него это влияет. Как это преодолеть? Деньги, власть, положение, иногда не мешают нашим отношениям. Видите? А наука заключается в обратном, чтобы деньги, власть и все остальное помогали нашим отношениям, сближали нас. Когда это происходит? Когда каждый старается для полного целого действовать. Мы становимся одной как бы семьей. Кто-то младший, кто-то старший в семье. И если этого не будет, тогда будет разница между бедными и богатыми, образованными и необразованными, управляющими и другими, видите? Элитные такие будут представления о жизни. Где эти параллельно не общаются, мне интересно. Ну, бедные разве будут общаться с богатым, богатым? Или глупый с умным? Но они не любят друг друга. Почему? Потому что нет связи, служения, служения Богу, полному целому. Когда мы в одном стремлении находимся, мы чувствуем связь, кровообращение денег. Вот тогда мы чувствуем, что не деньги нам нужны, а отношения нужны. Деньги – это тоже отношения. Разве не так, если мы чувствуем, что нам нужна помощь, и кто-то нам дает деньги и чувство сострадания? Мы же что получаем через деньги? Мы получаем сострадание, понимаете? Вот что важно, оказывается. Не сами деньги, а вот это сострадание, вот эта вот вера друг в друга. Божественная вера приходит, счастье приходит к человеку. Он получает такие отношения. Поэтому деньги как результат отношений хороши. Но если деньги становятся формальностью, мертвые души, где мы записываем, сколько у нас там в банке и копим, это другое смысл. Это кризис. Это просто жадность. Это формальность. Это четыре класса, которые вот имеют свою природу, и не всем рекомендовано заниматься бизнесом, быть богатыми людьми. То есть все люди, практически подавляющее большинство, не должны быть богатыми. Это не полезно, знаете, для большинства. Потому что легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому царству Божьему, говорится. Деньги – это серьезное препятствие, если человек не готов к ним. Поэтому это определяется по количеству разума и качеств, насколько человек будет богат в обществе и зачем. Итак, позиция долга защищает нас от выгоды, от жадности, то есть вспомни свой долг. Кто я? Это вопрос интересный. Кто же я вообще как личность? Кто я такой? Это центральная тема, что касается деятельности. Кто я? Если мы ошибаемся в этом, мы во всем будем ошибаться. Есть такое понятие, как престиж общества. Вот этот престиж может нам навязывать какие-то ложные представления о себе. То есть мы замечаем такую вещь из опыта, что все люди, практически все, кому-то подражают. Из престижа. Не подражают, не знаю, известным актерам. Разве нет? Все повторяют, что там говорят смешного в кинофильмах. Все подражают каким-то известным шуткам актеров или политикам. Или Али Пугачевой, или Высоцкому, не знаю, кому угодно. Все, у каждого есть какой-то обет, на кого он медитирует, на кого он подражает. Это называется престиж. Это то, от чего человек должен освободиться, чтобы познать себя. Мы одеваемся тоже, что представить себя на публике, кому-то подражаем. Мы откуда доберем эту модель? Есть же модели. Какие-то примеры существуют. Кумиры в этом обществе. И вот мы сотворили себе кумиров и живем, попав под их как бы влияние, их авторитет. Для кого-то это религия, для кого-то это культура, для кого-то это наука, для кого-то это Бог, для кого-то разные есть авторитеты. Человек сам выбирает. Но нужно разобраться не в этом. Не кто такой Бог, и не кто такой, что это за мир, а прежде чем начать, кто такой я, с этого начать. Что Бог – это вопрос спорный. Устройство мира и общества – вопрос спорный.
формации государства вопрос спорный, не разобраться, никто не может никакого вывода сделать сейчас в мире по этим вопросам, ни политики, ни экономики, ни учителя в школах, в институтах. Не с этого начинается наше обучение, а с того, кто же я есть на самом деле. Я. Я подразумевает две природы. Материальную природу, врожденную, и духовную природу, нерожденную. У меня есть то и другое. Душа нерожденная, тело рожденное. Таким образом сочетаются две природы. Мы должны понять то и другое, и затем действовать согласно этим двум природам. Вот и все. Вот это успех. Это гарантия успеха. Потому что не познав себя, мы не можем понять, что же благо для меня. Есть стереотип. Благо — это деньги, благо — это удобство, благо — это комфорт, благо — это стереотип. Это мы можем просто видеть как стереотип. И есть же даже стереотип поведения в этой атмосфере, где человек имеет все. Но когда человек познает свою природу, он становится богатым изнутри. И, собственно говоря, у него нет препятствий к ресурсам жизненным. По природе вещи. Потому что каждому уже определена его пища, количество денег. Все предопределено. Препятствий в этом направлении не может быть. Если же мы стоим на чужой путь, там ничего нам не принадлежит, можете представить. На каждом шагу будут какие-то сложности. И там место занято, и то кому-то принадлежит, знаете. Если вы приходите в зал, где все места уже заняты, что делать? Вы следите, с вас сгоняют, снова сгоняют, снова. И в жизни очень напоминает такое поведение. Мы пытаемся что-то делать, а нам не дают. Но это лишь только потому, что мы не заняты в соответствии со своей природой. Например, лев в лесу. Все говорят, царь зверей. А кто его, собственно, установил на царство? Где закон вообще? Был какой-то обряд? Ну, что? У него документы есть? Мы улыбаемся, потому что как, понятный пример. Да. Лев — это лев. Зачем документы? Это природа. А заяц? А заяц, вот он такой, вы знаете. Он не может быть львом никак. А что, если мы документы зайцу дадим, что он лев? Престижный все-таки. И надо быть царем природы. Но у него нет качества, другая природа. Это сделает его счастливым. Мудрецы говорят, что если вы во главе зайцев поставите льва, а во главе львов зайца, кто победит? Тот, кто во главе. Победят зайцы во главе со львом, видите? А львы во главе с зайцем проиграют. Все за все отвечает только наша природа. И если вы сравниваете способности, скажем, леопарда и рыбы, как это вопрос сравнивать? Это разные вообще характеристики, разные критерии. Нужно ли соревноваться леопарду с рыбой в водоплавании, скажем, а рыбе с бегом? Не сочетается, это разные природы. Но рыба счастлива в воде, а леопард счастлив на суше, по-своему использует свою природу. Именно, говорится, счастье получаете только от своей природы, больше ниоткуда. Она вас не ущемляет, и она никому не мешает, вашей природе. И все, что вы делаете, говорите в соответствии с природой, важно и привлекательно, и интересно для всех. Вы успешны. Посмотрите, дети. Они не образованы, у них нет больших денег в распоряжении. Они еще никто. Но у них есть природа, они очень интересны. Все любят детей. Вот вам пример. Вот вам пример. Дети еще могут быть самим собой, но мы их образовываем. Мы должны дать образование. А зачем образование такое? Скажите, что такое образование? Образование означает оставайся ребенком. Оставайся ребенком только разумным. Вот только разум добавляется. А все остальное уже есть у тебя от природы. Ребенок все уже имеет. Осталось только дать немножко разума и опыта. Немножко. А что такое разум? Вы не можете вложить все образование в человека. Нет, он должен прожить жизнь. И для этого нужен разум. Вот истинное образование. Не информация, а разум. А разум подскажет вам на каждом шагу жизни, что хорошо, что плохо, что делать, что не делать. Если вы имеете разум, прожите жизнь правильно от начала и до конца. Если вы имеете даже массу информации без разума, вы совершите кучу ошибок на каждом шагу жизни. Итак, этот момент подражания, престижа сейчас занимает гигантскую роль в наших культурах. Гигантскую роль.
Например, взять воина, вот этот класс управляющий. У них природа жизнерадостная всегда. Вы ни за что не догадаетесь, хорошо у него дела или плохо дела. Это невозможно. Он настолько владеет чувствами своим умом. Если вы подойдете, ударите его в нос, он не расстроится даже. Он будет улыбаться и так же ответит потом. Это люди всегда жизнерадостные, очень красивые. Они очень интересны в общении. И они готовы жизнь ради долга отдать. Очень могущественный класс людей. Самый, наверное, яркий, привлекательный класс людей – это вот управляющий класс. Это их природа, врожденная природа. Попробуйте это сымитировать. До первого удара по носу, потом не сможете. Если вы не имеете такую природу, вы не сможете долго это имитировать. Один человек в царстве. Бутылки собирал просто. Был такой большого роста, такой, знаете, фигура у него была очень сильная. Но он был опустившийся, он ходил в бутылки, собирал просто, сдавал и пил всю посуду. Однажды напился он пьяный, вернулся к себе домой и упал на эти бутылки, они на него все рассыпались, там разбились, изрезали его на куски практически. Полуживой он там где-то очнулся, залечил эти раны потом долго. Весь изрезанный был с ног до головы. И шел по улице однажды, и тут царь навстречу со свитой. Но у царя была проблема, не было главнокомандующего тогда. Генерал нужен был. А тут царь посмотрел, боже мой, вот такой, да, такое телосложение у него, могущественные плечи, там ноги, все остальное, весь в шрамах. Вы воин вообще, мне такой нужен, будешь моим военачальником теперь. Этот человек подумал, вот это повезло. Даже как удача улыбнулась, наконец-то. И стал военачальником, но как только начались военные действия, он упал на колени перед царем и сказал, прости, я не воин, я не могу брать оружие в руки, я боюсь. Я просто бутылки собирал и рассказал всю свою историю. Царь сказал, ну прости, я ошибся, ну и все, ты не виноват. Есть другая история про осла. Это про престиж и ложное понимание себя. А хозяин возвращается домой каждый вечер и собаку гладит. Гладится, не разговаривает, вот, нравится на него, а к ослу не подходит вообще. Осел так обижался на все это, потом стал думать, что же делать, почему так несправедливо. Стал наблюдать, изучать, стал ученым ослом и понял, вот в чем дело. Собака сама бежит к хозяину, посмотрите, она сама ластится, она лапы ему на плечи, на языком ему в лицо. Вот поэтому он ее любит, дай-ка я буду делать то же самое. И он решил, и хозяин возвращается с работы, осел, как сумасшедший выскочил, стал орать копыта на плечи хозяину, в лицо мордой полез, хозяин перепугался до смерти, позвал всех домашних палками, забейте его туда, в сарай загоните этого сумасшедшего осла. И осел побитый думал, в чем, почему такая несправедливость? Я делал все то же самое, что делала эта собака, не так ли? У кого мы учимся? Билл Гейтс? У кого еще? Альфред Форд или Генри Форд. Ну, известные наши такие, знаете, мировой известность имеют бизнесмены. Не учитесь у них, пожалуйста. Изучайте себя. Можете какие-то вещи, конечно же, за опыт брать, но ни в коем случае не перевоплощайтесь в эти роли искусственно. Не делайте своей жизни шоу. Потом придется горько плакать. Потому что важно следовать своей природе, она никогда вас не разочарует. Здесь когда-то в Казахстане жил один человек, работал в министерстве, русский. Он работал здесь в советские времена, он здесь и жил в Казахстане всю жизнь. Но он не знал казахского языка, и когда была перестройка, ему поставили условия, либо ты изучи казахский язык, оставайся здесь, либо мы не хотим, чтобы ты здесь снимал это положение. Вот. Он такой обидчивый, гордый. Сказал, вот так вот я тут всю жизнь отдал служению, теперь меня выгнали из страны, он уехал. С обидой, ну представьте, министр, все, у него все потерял, все, и заново жить в России. Я с ним в России встретился. Он пришел ко мне, чтобы спросить, почему его жизнь так произошла. Причина. Его интересовала там астрология или что-то такое. Я не очень силен в этих науках. А я его спрашиваю, сейчас вы кто?
Здесь, в России. Я говорю, тоже министерство работает. Вот видите, у вас же есть качество. Вы везде будете министром. Если ваша правда министр, вы здесь станете министром. В любое место поедете и будете министром. Это разум. У Акбара Великого, это падшах, мусульманский в Индии правил. Премьер-министр главный был индус. Почему? Разум великий имел. Весь двор был против. Это был мусульманский двор. Но главный министр был индус, браман. Там было столько интриг против него. А Акбар никогда с ней не расстался, потому что там был разум, это была его природа. Вот посмотрите. Это история. Это история. Даже весь двор против, все царство против, но у вас качество есть. И вы занимаете это положение. Потому что никто вас не может заменить. Не было такого разума, равного ему. Акбар только мог понять Бирбала. Никто не мог понять Бирбала. И это известная история, и в их отношениях книги пишутся. Как они вместе управляли обществом. И как дружили. Это просто качество. Можно сказать, я не люблю эту национальность. В целом, можете так сказать. Но можете влюбиться в кого-то из этой национальности. Это образ качества, не национальность. А национальность — это престиж. Из престижа вы говорите, мне эта нация не нравится, но вы можете влюбиться в кого-то из этой нации, потому что там есть качество. Есть красота, есть разум и все остальное. Разве не так? Вот она реальность где. А все остальное престиж надуманное. Так кто я, национальность или качество? Вот видите, вот это нужно изучать. Нужно знать себя, свои качества. И в соответствии с этими качествами, конечно же, знаете, как применить это, если вы имеете эти качества. Вы можете ими пользоваться. А если мы думаем, что я имею эти качества, я не смогу их применить. Если я имею эти качества, я могу их применить. Сейчас большинство людей воспитываются так, что они думают, что имеют квалификацию, просто закончив какую-то школу 11 классов или университет. Им кажется, что они уже знают, что нужно делать. Не имея еще качеств достаточных, не зная своей природы. Этому не обучают сейчас. Поэтому сейчас, смотрите, столько людей образованных и в чем-то даже успешных, такие потрясения испытывают. Время кризисов, других проблем, семейных и так далее. Сплошь и рядом одни проблемы. Только потому, что они отделили наш успех от собственной природы. Или, как говорят христиане, душу свою дьяволу продали. Заложили свою природу. На выгоду продают. Как бы проституция называется. Я продаю себя, продаю свою природу, потому что это выгодно. Да. Сейчас в Китае можно продать одну почку. Хорошие деньги. Какие тут парные органы есть, там или что-то еще лишнее, что не нужно. Продают. С молоду уже это делают. Они продают свои органы, свое тело, пожалуйста. Проститутка свое тело продает постоянно. Вот что на деле происходит. Чем же занято общество? Поэтому неудивительно, что есть кризис, немножко встряхнуться нужно. Успех означает, что все, что вы делаете, приносит благо вам и всем другим. Это успех. Если мы сделали себе карьеру за счет других, это успех. Вы же понимаете, что это не успех. Это большая неудача в жизни вообще. Проигрыш полный. Также в семье, если мы хотим счастья за счет наших близких, плохая семья очень. Если мы способны жертвовать собой ради других, это хорошая семья. Это такой же принцип по всем используется. Итак, либо мы получаем знания, либо невежество. Вот тут нужно что-то выбрать. А стресс можно занять. То есть наш выбор заключается, собственно говоря, в этих двух вещах. Если невежество, если мы развлечение выбираем, знание не придет. Если знание выбираем, мы не можем развлекаться в жизни, мы должны познать долг. Через долг, не путем долга. Итак, если страсть используется для развлечений, а что это? Деньги для развлечений, положение для развлечений, для собственного наслаждения, это путь в невежество. Если мы это делаем из чувства долга, трудно, но это возвышение. И
Деньги, как мы сказали, они куда проливаются, как дождь, то и вырастет. Теперь нужно подумать, если мы хотим зарабатывать деньги, что мы хотим развивать в этом обществе? Какие ценности поддерживать? Об этом должен думать человек, который хочет делать большие деньги. Тогда деньги придут к нему. Подобно тому, как мать Тереза, это нищая, но к ней поступало огромное количество денег, потому что она думала, кому еще я могу помочь в этом мире? И люди давали ей деньги. Это пример. Пример человека, который бизнесом вообще не занимался. И тем не менее, ей давали большие деньги, потому что ни копейки на себя не тратила. Она совершила жертву по этому вопросу. И если мы готовы совершать такую жертву, люди будут доверять нам и помогать совершать такую жертву. Благотворную для всех, потому что немногие люди могут делать такие вещи, но они могут помогать тем, кто это на самом деле делает. Они ценят таких людей. В этом смысл, в этом ценность. То есть класс бизнесменов — это должен быть ценный класс людей. Общество. Уважаемый класс людей. Культурный класс людей. И тогда, естественно, они будут богаты. И должны быть богаты. Кто-то должен быть богатым в обществе. Один человек был бедный, жил в своей деревне, но очень страдал из-за этого. Но он шел к астрологу и спросил, почему я бедный. Я не хочу быть бедным. Но астролог сказал, ну, у тебя нет в гороскопе больших денег. Предопределено вот простая обычная жизнь. Зачем тебе? У тебя есть все для жизни. Удовлетворись этим. Нет, я не могу ему удовлетвориться. Вот посмотри, вот видишь, идет бедный человек. Он хороший человек, я его знаю. Но его никто не уважает, потому что он бедный. А вот там богатый, видишь, я знаю, он не хороший человек. Но его уважают, потому что он богатый. И я такой же, смотрите, у меня нет денег, и меня никто не уважает. Я не могу так жить. Я хочу, чтобы разбогатеть. Ну тогда ему мудрец сказал, ну хорошо, есть два способа. Если тебе не везет, скажем, смени место. Оставь место, где ты живешь, смени место. Может, все изменится в другом месте. Это один метод. Если ты сменил место, продолжает не вести, смени близких. Причина твоих личной жизни, может быть. И если ты хочешь заработать деньги, ты должен уехать в другое место, лучше всего, без семьи. Если ты уедешь с семьей, все деньги будут поглощаться с семьей. Поэтому я тебе советую. Хочешь разбогатеть, хорошо. Отправляйся в другое место, подальше. И работай там. И, возможно, тебе повезет. Все, что могу тебе сказать, прости. Человек подумал, хорошо. Ну, сказал жене, я уеду на год. Я хочу заработать деньги, ждите меня. И уехал подальше. В каком-то месте он стал работать. И действительно, как-то все лучше пошло. Заработал за год 10 золотых монет. Неплохо. Но это уже кое-что. Можно начать уже серьезное дело. Он положил в кошелек на шею и пошел в обратный путь домой, наконец, через год. И ночь застала его в лесу. Он забрался на дерево, нашел какое-то дупло. Сел там, пытался дремать эту ночь, переждать. Мало ли там лезные эти волки, змеи. И вдруг в дреме услышал разговор рядом с собой прямо. «Эй, карма, зачем дал такие деньги этому человеку? По судьбе ему не положено. Карта. А я тут причем карма», — ответил другой. «Он, поскольку работал, то и получил, а за судьбу я не отвечаю». Он вздрогнул, открыл глаза, увидел перед собой двух человечек, которые в магазине исчезли, схватился за кошелек, там пусто. «Зачем ты ему дал такие деньги? Карта означает исполнение, исполнитель». Он говорит, ну он исполнял, поэтому он получил. А будет ли наслаждаться деньгами, от тебя карма зависит, от судьбы. Я не знаю. И схватил за кошелек, и судьба такова, что пусто. Подумал, нет, я не отступлю все равно. Я преодолею свою судьбу и снова пошел работать еще на 2 года. И заработал 20 золотых монет. Кошелек. Пошел домой. И ночь застала его в лесу, он снова сел в это дупло. И стал дремать, обеими руками держать за этот кошелек, даже во сне. И снова услышал голос недовольный. «Эй, карта, опять, зачем ты дал такие деньги этому человеку? У него по судьбе не положено иметь такие деньги. А я тут при чем, карма? Он работал и получил честно.
А будет ли наслаждаться, сохранит ли от тебя, зависит карма. Я не знаю. Вздрогнул несчастный, очнулся. Но раз так, бросаю вызов, веревку, носок, петлю. И уже решился было. Как тут вдруг перед ним появился еще один человечек в пространстве, сказал: «Эй, ты что собираешься делать?» Ну, он сказал: «Я не могу так жить. Я хочу быть богатым. Я не хочу быть униженным, без уважения жить, в нищете. Поэтому я решил расстаться с этой жизнью, с этой судьбой закончить». «Хорошо, хорошо. Раз ты так настроен, решительно, я тебе дам рецепт, как быть богатым. Вот тебе два адреса», — сказал он, — «в той деревне. Пойди по этим адресам, прими жизнь, образ жизни одного из этих людей, и станешь богатым. Обещаю». Исчез, и два адреса упало к нему на колени. Но он пошел по первому адресу, постучался в дом. Знаете, если гость, спутник, стучится в дом какой-то человек, вы должны очень хорошо принять его. Какой-то доброжелатель идет, потому что вор не стучится. Человеку, если что-то нужно, он настроен хорошо по отношению к вам уже. Вы должны хорошо принять человека, как гость. Но голос был недовольный, кого-то нелегкое принесла. Что надо вообще? Да я, вот просто где-то остановиться нужно мне. Переночевать хотя бы. Вот еще, в дом не пущу, вот там в прихожей оставайся. Не рассчитывай ни на ужин, ни на что, хорошо? Вот так вот. О, боже мой, нет, я понял. Я такой образ жизни должен принимать. И на следующую ночь он пошел в другой дом. Не постучал, там его приняли как представителя Бога. Все лучше для гостя, пожалуйста. А, понял, что нужно делать. В основе богатства лежит сознание жертвы, сознание служения. Деньги приходят только для служения. Для чувства наслаждения деньги прячутся, скрываются. Все деньги становятся черные, недоступные. Мы не можем получить деньги эти, мы не можем заработать деньги. Они все черные, они в подполье где-то. Под сильнейшим контролем. Страх вызывается. Он понял этот принцип, стал применять его и разбогател. Потому что веда говорится, что богатым должен быть каждый человек. Не в деньгах дело, а в отношениях. Каждый должен быть богатым, и каждый уже богат, потому что каждому принадлежит весь мир. Но мы так не думаем. У нас нет этого сознания, нет образования. Нам привили понятие другое. Это твое, это мое. И если я больше беру, то это мое. А у тебя меньше, но это только твое. Если я еще больше забираю, у тебя еще меньше остается. Но таков закон. Это мое, а это твое. Американцы захватывают Америку и изгоняют краснокожих. Потом издают закон о неприкосновении к чужой собственности. Это твое, это мое. Закон издают. А изначально мир принадлежит каждому из нас. Мы рождены в этом мире. И кто же причина в том, что мы потеряли это понимание? Деньги. Черные деньги. Которые не служат Богу, эти деньги, служат чувственным наслаждением. Энергия сатаны, говорится. В этом причине. Поэтому кризис, так подобно болезни, он помогает нам понять, что же мы делаем неправильно. Мы должны думать об этом, размышлять сейчас, искать ответы в своей жизни. Это хорошо. Во время кризисов мы больше знаний получаем, как никогда. Человек процветания. Потому что легче верблюд сквозь угольное вешкочение, чем богатому царству. Боже, богатый становится гордый человек, если он не имеет должной природы, он очень гордится этим, пенеем просто. Нужно ли нам быть опьяненными богатством, деньгами или мыслями об этом? Не уверен. Так что, пожалуйста, не думайте, что жизнь целиком зависит только от денег, только от отношений. Это искусство. Человек, у которого есть отношения, к нему деньги приходят. Но он, получив утром миллион, к вечеру уже раздаст его. Он никогда это прятать не будет. А в следующий день снова придут деньги какие-то. И он снова их использует. В тот же день. Он никогда их не будет копить или откладывать.
Это образ жизни очень великих людей, которые на самом деле обладали качествами и знали свою природу. Природа в этом мире поддерживается автоматически. Не заботьтесь, где вам спать и что вам есть, говорил Иисус Христос. Не заботьтесь, это приложится. К вашей природе уже все есть. Потому что нужно быть самим собой. Научиться понимать, кто я есть, что это за мир, кто такой Бог, что это за общество, что это за люди. Есть разные классы людей, с ними нужно по-разному общаться. Есть также семьи, дети и прочее. Нужно иметь знания человеку. И счастье. Если вы счастливы без денег, в чем проблема? Если вы несчастны с деньгами, это проблема. Если вы без денег счастливы, разве это проблема? Главное быть свободным. Если деньги сковывают вашу свободу, они вам не нужны. Если наоборот, то это хорошо. Есть такая формула, знаете, деньги – плохой хозяин, но хороший слуга. Такая формула существует. Формула-то известная, но следовать этой формуле нелегко. Если мы не будем работать своим сознанием, мы не сможем применять такие знания в своей жизни, в своем бизнесе, в своей жизни. Ну, главное – осмысливать себя. Но эта тема уже отдельная, другая. Что это за осмысливать себя, что это за школа, что это за наука, что это за образ жизни. Но это, собственно, главный момент, к которому мы приходим постепенно в жизни. Что же мы должны знать? А чего знать нам не нужно? Какие будут вопросы, пожалуйста, в этой области? Вот. Четыре класса людей. Как можно перевести с уровня невежества на уровень добродетели? С уровня невежества до уровня добродетели? Так, что нужно сделать, чтобы их четыре класса людей перевести с низшего уровня. Это хороший вопрос. Вот этот класс людей считается здесь низшим, но, говорится, по деятельности эти классы распределяются. По деятельности. Это деятельность рабочего, скажем. Но рабочий может быть мудрым. Например, качество головы, интеллигенции – это люди одухотворенные, честные, умеющие контролировать чувства, терпеливые, сострадательные, религиозные, аскетичные, склонны к медитации. Вот там описываются качества интеллигенции. Какие они должны быть? Что такое интеллигенция? Но я вас прошу, а рабочий может быть честным? Может. Терпеливым? Может. Мыслящим? Может, видите. И старается в том, что эти по своей природе склонны к этому, а рабочий это получает, общаясь с ними. Заимствуют от них это все. Видите, какая вещь? Потому что если не будет этого класса, они забудут об этом. Потому что поглощены работой. Подневольно часто работой. Поэтому общество целиком взаимодействует, и все как бы пронизываются одним качеством, вот этим вот. Высшим качеством, то есть это влияние на все категории людей. Через взаимное служение. Как в одной семье становится. Если отец мудрый в семье, то и дети получают эту мудрость от него. Все. И что бы мы ни имели в семье, деньги или знания, мы все вместе для полного целого это используем. Разницы нет, видите, в таких отношениях. Но отношения важны. То есть, главный маркер, то есть вот это рабочие, торговые, они должны учиться, читать много, тренироваться. Общаться больше. Да, общаться. Да. Общаться с людьми, да, получать знания. Каждый день должно быть какое-то общение. А как определить принадлежность к определенному классу? Принадлежность? Ну, к какому классу определить принадлежность? По чувству ответственности. Как вот мы говорили, человек выглядел как генерал. Да? Но в той ситуации, когда нужно было воевать, он отказался. Такой ответственность принять не мог. Если мы говорим, я воин, но означает, что должен рисковать жизнью своей. Готов быть бесстрашным? Не готов, но значит ты не воин. Или я рабочий, а у тебя руки золотые, ты можешь мастерить все это? Ты можешь быть таким смекалистым, изобретательным? Если нет такой ответственности и качеств, постоянной такой деятельности, вы не рабочий. Есть люди смешанной категории еще, это как бы общий принцип. Есть люди, которые имеют все четыре как бы свойства одновременно. Есть отдельное название для них. Это обычно
люди, занимающиеся, как это называется, ну как вот эти вот все там министерства, они в кабинетах сидят, чиновники. Чиновники имеют смешанную природу, они везде по чуть-чуть знают, имеют по чуть-чуть. Но в целом они только чиновники, ничего не могут делать, могут контролировать все только. Поэтому люди часто не понимают, зачем нужны эти чиновники вообще. Ничего не могут делать, но все контролируют. Такой класс существует. А в каком возрасте человек может уже узнать? Ребенок, допустим, он же может быть и в четырех классах оказаться во взрослой жизни, ну, через 20 лет, когда вырастет. Когда он может ответить на вопрос? 20 лет? После школы, после университета или уже поработав какой-то, набрав опыта после 30? Когда он может ответить на вопрос, кто я? С 12 лет начинает проявляться эта природа, если при условии человек не воспитывается в рамках престижа. Тогда эта природа сама проявится. Если, скажем, я рабочий, но рабочим быть непрестижно, природа не проявится, будет подавлена. Мне будет трудно разобраться в этом. И как продолжение этого вопроса, можно ребенка, допустим, 4 ребенка, А, Б, В, ну, Г, допустим, А из-за ребенка сделать интеллигента, с Б ребенка сделать управляющего, ну, так. То есть, вот так, если воспитывать их целенаправленно, можно его изменить, то он? Нет, врожденная природа не меняется. Ее можно совершенствовать, но не изменить. Это не нужно делать, ломать человека. Это не принесет ему пользы. То есть человек достигает совершенства, именно следуя своей природе каждый. А совершенство все достигают одинаково в итоге. Духовное совершенство, но одно на всех. Это, за это отвечают еще четыре вещи. Мы четыре, значит, профессиональные уклады сейчас описали. А тут еще есть четыре духовного уклада. Это ученичество, ученик. Это первая категория. Потом семейный человек. Семья, потом отход от дел, отшельник, ты пенсионер, да? И отречение полное от мира в конце жизни. Вот еще четыре есть духовных уклада. И профессию не нужно менять, нужно менять духовный уклад постепенно. В этом прогресс общества. Кажется, что прогресс — это от рабочего до брамана управляющего, то есть интеллигенции управляющего, а на самом деле нет, это неизменная система, ее не нужно беспокоить, и революцию не нужно. Мы уже пытались из рабочих сделать, из рабочего класса сделать все остальные классы, не получается. Нужно все равно природу учитывать. А вот духовное развитие от ученичества, семья — это духовный уклад, потом отход от дел, больше погружение в духовность и полное отречение, предание Богу в конце жизни. Вот это прогресс для каждого человека. С этой точки зрения, рабочий — это слуга Бога, так? Но царь тоже слуга Бога. В чем разница? В этом разницы никакой нет. Вот этот прогресс. Вот это уже прогресс. Качественный прогресс. А если рабочий недоволен своим положением, хочет, например, стать управляющим или интеллигентом? Это может быть, когда их эксплуатируют. Да. И когда они завидуют, они хотят так. Именно когда от эксплуатации это происходит. То есть он может, только развивая себя, стать торговцем либо управляющим, так? Он не сможет стать настоящим торговцем, управляющим, рабочим. Это не его природа. Например, слон – сильное животное. Но схватившись с крокодилом в воде, он проигрывает водной стихии. Это не его стихия. А крокодил на суше никогда не сможет одолеть слона. Только в этой. Ведь если в своей стихии человек находится, он очень сильный. Также, если рабочий, он силен в своей стихии. И ценит свои стихии, и чувствует себя очень сильно в своей стихии. Потому что от рабочего класса зависит процветание всего общества. Он их хорошо знает. Но торговец тоже знает о том, что от его процветания зависит все общество. То же самое. И управляющие понимают то же самое, что от них зависит от процветания общества. И интеллигенция понимает то же самое. В чем? Это равенство полное. То есть нужно признать и дальше просто идти по своим путям. Именно своим путем нужно идти, да.
И природа устроила так, что рабочих примерно где-то около 90% людей к этому классу относятся. Интеллигенции примерно где-то будет, может быть, тут 3-4%. Вот. И здесь еще остается сколько? Управляющих где-то будет больше, может быть, 4, не знаю сколько, ну вот торговцев больше будет. Самое большое количество это, да, интеллигенции единицы таких проявленных, управляющих, воинов тоже немного, торговцев больше и рабочих больше всего. То есть они уравновешивают друг друга не только качественно, но и количественно. Понимаете, что значит? Например, они, рабочие, не обладают большим разумом, но их количество очень большое. Торговцев меньше, но они могучны в деньгах. Силу имеют, влияние на всех, на все другие классы. Еще меньше управляющих, но они властью сильные поддерживаются. Еще меньше интеллигенции ученых, но они знанием уравновешиваются. То есть они равны, видите, получается в этом смысле слова. Что есть качественная и количественная сторона еще. Поэтому если ошибаются вышестоящие классы, их же меньше, рабочий может все это свергнуть. Он такой же сильный класс получается в итоге. Это природное, природное деление. Мы не знаем, как это. Мы не создаем эти классы. Люди рождаются уже с врожденными качествами. В этой сфере нужно их воспитывать. Во врожденной сфере именно. Когда мы ломаем их природу, это пользы не приносит. Но под рабочим имеется в виду, по всей видимости, все исполнители? Исполнители. Любой. В любой области, в любой отрасли. Они могут быть интеллектуальными рабочими, мастерами. Помогать в области науки, скажем, какие-то вещи редактировать могут. Понимаете, в чем дело? А отличающее качество интеллигенции в том, что они именно учителя. Именно имеют способность обучить других людей. Вот, например, сейчас у нас проблема с интеллигенцией, прежде всего. Почему? У нас столько наук, столько предметов, столько заведений. А в чем же проблема? Одна проблема это в том, что они получают деньги за свою работу. Поэтому начинают торговать знанием, что выгодно, что невыгодно говорить, верно? Теряют беспристрастность. Это одна проблема. И другая проблема, что современная наука вся построена на сознании выгоды, на чувстве собственности. За это ответственный класс интеллигенции, что они продали все знание. Ну вот мы объясняем иногда для абсолютно незнакомых новых людей. Возьмем принцип математики. И физическая математика, и современная математика. Здесь никакое отличие. Если вы хотите обучить ребенка в школе 2 плюс 2 – 4, 1 плюс 1 – равно 2, это не так просто сделать, как кажется. Попробуйте. Вы должны знать метод. Потому что ребенок не сможет понять, что вообще хотите от него. Вот одна палочка Вася, а вот другая палочка Вася. Сколько палочек вместе? Он не может понять, что вы имеете в виду, потому что вот одна и вот одна. Что происходит? Ничего не происходит. Как было одна и одна, так и осталась одна и одна. А что вы спрашиваете вообще ребенка? Как же ему объяснить все это? Сложение, да? Должны найти какую-то между ними связующую связь. Между этими двумя, чтобы появился принцип сложения у ребенка. Он понял, что такое сложение. Тогда вы приходите к этому методу собственности. Обязательно. Методология такая, образование. Вася, вот тебе яблоко. Или конфетка, Вася. О, лучше еще. Вася понимает. Говорит, твоя конфетка. Ага, вот это уже началась наука. Он это понимает врожденным образом. Чувство собственности. А вот тебе, Вася, еще одна конфетка. И вот теперь Вася понимает, у него две конфетки. Обладание складывает, видите? Вот вся наука сейчас основана на чувстве собственности и обладания. И математика, и все остальные понятия. Теперь мы удивляемся, откуда у нас в обществе проблемы. А этот момент могут понять именно интеллигенция, тонкий интеллект может понять. В чем ошибка? Обычно люди никогда не догадаются до этого. В чем ошибка? Он умеет читать, умеет писать, читает книги. В чем проблема? Почему общество такое? А потому что абсолютно все вы начинаете на чувстве собственности и чувстве превосходства в институтах. Вы слышите настроение родителей с чувством превосходства от них. Вы слышите педагогов в школах с чувством превосходства. Вы потом забудете всю эту информацию, верно же? А чувство превосходства усвоите. Вот и все образование. И никто сейчас не может понять, потому что нужна для этого интеллигенция, чистая, не заинтересованная в деньгах, чтобы разобраться в этих тонких вопросах сознания. А потом кризис и все остальное, они будут повторяться, я вас уверяю. Пока не случится что-то более страшного. Поэтому знания необходимы людям.
Ведь кто создал ядерную бомбу? Чувство собственности и вожделения. Это все те же самые энергии. Ведь человек по своей природе должен быть счастлив, мирный и так далее. А почему он так действует? И каждый чувствует, что он прав. А потому что есть чувство собственности, есть чувство превосходства над другими. Как говорят веды, желание наслаждаться и господствовать. Желание наслаждаться и господствовать. В таком духе нам мы все и получаем, всю науку. В любом классе в школе есть отличники, есть неуспевающие. Отличников всех хвалят, двоечников всех унижают. Разве не так построена наша система образования? На этом противопоставление, не так ли? Поэтому не удивляйтесь, что в мире конкуренция. Их так воспитали, их так обучили. А нужно обучать только собственной природе. Они не конкурируют. Рабочие с интеллигенцией не конкурируют. Они конкурируют, соревнуются между собой. Торговцы только между собой. И так далее. Должны быть честные условия для жизни, для развития. Зайца и утку не соревнуют в беге, знаете ли, в плавании. На разные природы. Как? В современной армии недостаток интеллигенции. Почему? Потому что их стали муштровать наравне с воинами. То есть в сфере, в военной сфере тоже должны быть учителя, не так ли? Но попадая в эту сферу, одевая военную форму, эти учителя попадают в конкурирующие условия соревноваться с управляющим классом, а не другой класс совсем, поэтому они покидают армию. Поэтому есть такая пословица, как оденут портупею, все тупею и тупею, потому что там интеллигенция покинула этот класс людей вообще. И там процветает какая-то тупость, самодурство, часто говорят об этом, что армейские вот эти шутки есть такие, культура. Потому что просто интеллигенция покинула то общество из-за того, что их соревновали с ними, уравнивали соревнования. Поэтому этого не следует, нужно различать эти вещи. Вот этому нужно учиться. Кто же я и кто такие остальные люди, как нам общаться друг с другом, чтобы мы были счастливы в этом прогрессе общества. И нет кризиса, нет революции. Духовный уклад обеспечивает равенство между всеми. А это лишь разнообразие. Если не будет духовного уклада, будет эксплуатация вот этого класса всегда. И сейчас она есть. Сейчас я просто по-другому эксплуатирую. Извините, а вот медицина, а куда относится? Медицина, смотря какая область медицины? Фармация, допустим. Фармация. Это что такое? Фармацевтика. Лекарства. Традиционная медицина. Изобретают лекарства? Да. Ну и аптека не продает препараты. Куда она относится? А вы продаете препараты в аптеке? Нет. Я учусь. Учусь на фармацевте. Ну и какая разница, к какой природе это относится? Все хорошо? Мне просто интересно, к какому классу это есть. Я не знаю, как вы будете использовать это. Я приведу общие характеристики. Рабочий класс, собственно говоря, его отличие, это кто? Это актеры, музыканты, художники, люди, работающие физическим трудом. Их главная роль – удовлетворять чувства вышестоящих класс людей. Для них главное в жизни – это слава. Если он прославлен, он чувствует себя всегда великолепно. Рабочий прославленный, для него на доске почета все, он полон энтузиазма работает дальше. Если касается торговли, их престиж — это деньги. Чем богаче, тем более успешно себя чувствует этот человек. И он склонен также кому-то помогать деньгами, также в этом его счастье. Управляющий, слава, богатство, здесь власть его интересует. Без власти он не реализовывается. Интеллигенция, знания. Ни власть, ни богатство, ни славу не должны интересовать. Поэтому подумайте, что же вас интересует, что будете делать, как вы будете работать. Если вы врач, скажем, но на этом делаете деньги, скорее всего, вы торговец. Выбрали профессию врача, чтобы делать деньги, вы торговец. Да, ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, так как мы сегодня живем все-таки в материальном мире, как правильно мечтать о каких-то материальных достижениях, о чем-то материальном? Как стремиться к этому? Как стремиться к материальным достижениям? Да. Правильно. К ним не стремятся к материальным достижениям, стремятся обрести квалификацию. А материальные достижения как побочный продукт этого процесса.
Вот об этом думайте, пожалуйста. Не как достичь плодов в деятельности, а как быть квалифицированным в деятельности. Ну, например, я решил завтра дать музыкальный шедевр всему миру. Приходите. Но никто не пришел. То, что я написал, никого не заинтересовало. Вот чтобы дать, нужна квалификация, видите? Мы хотим, но где квалификация, где способности? Поэтому думайте, как развивать свои способности. А материальный успех придет сам по себе. Способности. Материальные способности зависят от нашего сознания и качества. Врач врачу рознь, не так ли? А что для врача главное? Это сострадание, клятва Гиппократа. С этого начинается врач. Например. Так ведь? Поэтому думайте о квалификации и совершенствуйтесь в этой области. И к вам придет успех естественным образом. Даже не думайте об этом. Можно продолжить вопрос? Допустим, если мечты или какие-то желания, материальные, допустим, дом, машина, то как получать квалификацию в этом? Допустим, нет, нет, я хочешь дом. Об этом даже не думайте. Забудьте про дом, про машину, про все. Думайте о своей природе и о самосовершенствовании. Ну, если человек хочет какого-то своего уголка или еще что-то в этом роде... Каждый хочет своего уголка, это понятное дело. Но... Стоит ли к этому стремиться или... Нет. Если будете к этому стремиться, не имея квалификации, будете сильно разочарованы, будете несчастны. Сначала квалификация. Стремитесь именно обрести квалификацию. Например, ну, пример, давайте приведем пример такой, что вы на предприятии работаете, и вам, согласно, значит, вот штатному расписанию, за 8 часов проработанных за сутки в течение месяца начисляется такая зарплата. Вам нужно стремиться к этой зарплате, если вы выходите на работу? Нет, вы просто выходите на работу и хорошо работаете. Зарплата уже автоматически начисляется. Вам не нужно об этом думать. Мир такая же система. Все зависит только от вашей квалификации. И дом, и машина, и все, и даже больше этого. Вы можете иметь и больше. Но это зависит от вашей квалификации. Поэтому вы можете себя просто ограничить такой целью в жизни. Дом, машина. Это очень ограниченная цель в жизни. Ваша квалификация может гораздо больше быть, чем просто дом, машина. А может ли быть квалификация жены, матери развиваться в этом плане? Ну, и ну, как-то так. Это хороший вопрос, что касается матери и жены. Вот это самая важная квалификация для женщины. Самое, если вы квалифицированы как жена и мать, к вам все придет через мужа, через детей. Вам даже думать ни о чем не нужно. Если вы способны воспитывать героев и мужа продвигать, вы добьетесь очень многого вместе. Но для этого нужна квалификация, знать, как это делать. Не ради своей выгоды это делается, это жертва. Мать не воспитывает детей ради собственной выгоды, это плохая мать. Она это делает ради жертвы. Жертву она делает в знании, конечно же, не то, что она воспитывает паразитов, жертвуя собой. Она знает, как их занять служением Богу, иначе они будут паразитами, эксплуатировать ее. Ну, все-таки возвращаясь к вопросу разделения, изначально людей выявить, допустим, даже детей, да? Это надо менять систему образования, надо выявлять изначально, как кому он принадлежит, и в этом, чтобы вот, опять же не было, была здоровая конкуренция, там, да, и раскрывание в одном там, своем самом, чтобы не было принять образ другого, на самом деле перевод совершенно иначе. Да, это вопрос такой важный. Мы сейчас не можем сменить всю систему образования, вот тут просто поговорив, да, два часа. Поэтому мы говорим для вас, для родителей, вот, чтобы именно родители взяли на себя эту ответственность. Не школа, сейчас школа не способна, или институт. Очень часто люди в институт поступают вообще не по своей природе. И преподаватели обучают их, тем не менее, потому что не платят деньги. Поэтому родители должны побеспокоиться об этом. Чтобы увидеть эту природу, уже годам 12 нужно уже понимать склонности ребенка. И не воспитывайте паразитов, конечно, это очень ответственный момент. Занимайтесь служением Богу. Каждый человек должен воспитываться в служении, не в господстве. Мы слуги Бога все, мы слуги общества, мы слуги, мы только слуги. И поэтому не будет эксплуатации, потому что все слуги. Не только я ваш слуга, вы тоже слуга, все слуги Бога. И никакой эксплуатации нельзя позволять. Обучайте детей так, чтобы их никто никогда не обманывал, не эксплуатировал. Это нужно давать знания хорошие.
и понимает свою природу. Можно? Если изначально квалификация профессии была выбрана неправильно, можно ли его как-то изменить уже в среднем возрасте, когда у человека? То есть это как нужно правильно сделать, чтобы не причинить вреда и себе, и обществу? Как профессия не самая важная. Например, если вы семейный человек, вы иногда будете заниматься просто бизнесом, зарабатывать деньги по необходимости. Вот. Это не так важно, что иногда вы не по своей профессии работаете. Важно, чтобы вы оставались честным человеком и выполняли свой долг более высокий. Профессия — это лишь одна из обязанностей. Она поддерживает вот эти вот духовные уклады в обществе. Вот в этом смысл. Прогресс здесь. Поэтому вы должны прогрессировать, получать знания, потом любовь и доверие развивать в семье, затем приближаться к Богу в своем сердце и душе и полностью погрузиться в какой-то момент времени в духовное знание, в конце жизни, как правило. Вот это прогресс. Прогресс — это отречение от этого мира постепенное. Поэтому неважно, кем вы даже работали, уж как судьба сложилась, да, если не идеально так. Бывает, что не получили достаточно образования, война была у людей, или болезнь помешала, все в жизни бывает. Но вот эта вещь не должна пострадать у вас ни в коем случае. Это черный ящик нашей жизни, наша память сердца нашего, которое живем с ним всю жизнь и умрем с ним. Это очень важный момент. А это подвержено все разрушению в этом мире, временно. Поэтому это вспомогательная вещь. Это была самая главная вещь. Если вернуться к квалификации, обычно квалификацию хотят получить для того, чтобы зарабатывать деньги. Да? Чем выше квалификация, тем ты хочешь зарабатывать деньги. Вот если какая-то тонкая грань, как понять по природе своей, что должно быть в твоей квалификации, что ты должен повышать, какую квалификацию должен повышать? Квалификация – это означает, что вы умеете быть счастливым. Если перефразировать эту вещь. Потому что квалификация — это то, чем вы наслаждаетесь в жизни, своей природой именно. И поэтому вас не очень интересуют уже деньги, как таковые. То есть вы любите свое дело, вот что важно. И вы очень хорошо с любовью это делаете, поэтому это имеет ценность для других людей. Но вы не думаете об этом, о престиже. Именно имея квалификацию, счастливы. В этом как бы ответ. То есть главная квалификация — это быть счастливым. Не то, что мы квалификацию для зарабатывания денег. Опять же, это вот неверное будет толкование. Это уже отсутствие квалификации, если мы думаем, что квалификация для зарабатывания денег. Нет. Я договорился, что никто не должен использовать свое положение как дойную корову. В этом проблема вся в обществе. Можно вот уточнить, когда человек только в пенсионном возрасте. Хотите раньше? это возможно. Это возможно. Да, вот я просто сознательно, не работаю, когда начинаешь копать и приходить к сути, получается, ты участвуешь в каком-то рабочем сетевом маркетинге. Не хочется, получается, и, допустим, у меня сейчас такое состояние, что я тут чувствую, что... Есть два типа как бы отшельничества, если так можно сказать в этом случае. Есть люди разочарованы. Нет, я не разочарована, но просто я вот хочу уже сознательно, как это возникает такое желание, создать свою работу, ту, которую я хочу. А это поиск. Это поиск, это не отшельничество, это поиск. Это поиск у вас. Хотите найти себя, вот и все. Хотите найти себя. Отшельничество, смотрите, что происходит. Ученичество, мы получаем знания о высших ценностях, основополагающих ценности этой жизни. Кто я, кто такой Бог, что это за мир, что такое судьба, карма, деятельность. Все это мы должны знать хорошо. Так. В семье эти знания реализуются. Вы должны научиться заботиться, отдавать себя в семье. Так? И таким образом вы развиваете в сердце мудрость и любовь. И уже с этим багажом становитесь отшельником, потому что вы привязаны к Богу больше еще становитесь, к духовному. И отречение значит, что вы полностью привязаны к Богу, поэтому не привязаны к материалу.
Отречение — это привязанность, на самом деле, сильно. Пропало вообще какой-то интерес. К материальному. Да, не разочарую, просто вот. Ну, это же хорошо. Я тоже не вижу смысла. Да, и я хочу, я прохожу из всего этого не думать о деньгах, о работе. И, ну, как бы, деньги они приходят от мужа. Учиться бесплатно. Все классно, но я говорю, мне так. Да, но не потеряйте этот шанс. Развивайтесь духовно. Надо дальше идти тогда. Да, изучайте. Делать. Изучайте сейчас, да, духовно нужно развиваться. Просто оказывается, ну, свобода большая, потому что, ну, не знаю, неинтересно. Но вы это заслужили в прошлой жизни, похоже. Потому что, ну, как бы я думаю, вот я не старых людей, и образование есть. Есть такое понятие, как старая душа. Ну, то есть человек-то молодой, а душа уже опытная. Старая. Старая душа означает хиппи. Не хочет сходить на работу, семью не хочет, тоже хиппи становится, старая душа. В этом смысле не вид, уже было все это много жизни. Старая душа. Пессимистично настроена к материальному существованию. Нет, пессимистично, а наоборот, как бы интереснее, но вот... А интерес, интерес духовный. Это да, нормально. Как-то... Я понял вас. Вам нужно развиваться на этом пути. Как противостоять соблазнам современного мира, чем наполнять свою жизнь. Вы не сможете в одиночку противостоять соблазнам этого мира. Угу. Нам здесь хорошо, мы сидим тут уже несколько, 2 часа, нам хорошо, потому что тут нет соблазнов. Верно же? Вы забыли об этом, потому что тема другая совсем. Ум оторвался от этого всего, и нам хорошо. Можем так и сидеть. И чем дальше мы будем подниматься вверх, тем будет нам лучше становиться. Но потому что мы общаемся на эти темы. Если мы будем сидеть, скажем, в другом месте таким образом, где полно соблазнов, мы не сможем чувствовать себя хорошо. На нас это будет влиять. Нам нужно общаться с людьми, которые также занимаются духовным продвижением. Не хотят этих соблазнов. Создают эту атмосферу, эту культуру для общения. И поддерживают друг друга. Общение необходимо. В одиночку вряд ли кто-то сможет противостоять соблазнам этого мира. Почему развалился СССР? Спасет ли нас возврат к социализму? СССР развалился потому, что идея коммунизма неправильно применилась. То есть коммунизм — это идея хорошая. Равенство и братство. Но объяснили, что равенство может быть только духовное, верно? Они же применили на этом уровне, хотели применить. Уничтожили все классы, кроме рабочего класса. Думали, это будет равенство. В этом была ошибка серьезная. Поэтому было много крови, насилия и не сработало ничего. Нужны все классы, нужно к ним равно относиться, ценностно. Но развитие переключить в эту область. Тут нет зависти. Тогда будет коммунизм. Коммунизм — это отсутствие зависти, а не отсутствие денег. И вот, да? Эпоха либерализма заканчивается. Какие принципы, какие законы будут управлять обществом в ближайшем будущем? Автономно будете жить. Никто вами управлять не будет. Ваша жизнь не сможет. Вы должны сами управлять своей жизнью. Общество не сможет управлять сейчас нашей жизнью. Ни в сфере образования, ни в сфере семьи, нигде. Все будет зависеть от нашей личной квалификации, личной работы над собой. Наверное, не скоро. Уже сейчас. Уже процесс в этом идет. Как меняется современное общество, какие тенденции? Современное общество не знает, куда идет. Оно стремится к плодам. Какой-то есть благополучие, процветание, такие цели ставят. Но они не знают методы к этому. Поэтому они не знают, куда придут. Они это, в принципе, чувствуют. Что где-то они могут что-то улучшить, но одновременно с этим что-то где-то улучшается. Как в сказке, знаете, хвост вытащил, нос увяз в это время. Нос вытащил, хвост увяз. И так продолжается. То хвост, то нос влезает. И потом дело
Дело гораздо сложнее, чем вы думаете, потому что мы уже с вами отклонились очень далеко от истины. Как индивидуально, так и общественно. Очень-очень много поколений уже прошло за полным заблуждением. И невежество просто увеличивается. Огромный пласт над нами существует. Наши родители не знали. Наши деды не знали. Наши прадеды не знали. Откуда вы взяли, что мы знаем с вами что-то? И мы думаем, что мы что-то знаем. Это большая, большая серьезная ошибка, так думать о себе. Нужны настоящие знания, изначальные знания, потому что уже все эти поколения были обмануты и обмануты, и обманули других. Волей-неволей. Нам нужно теперь к началу самому вернуться. Кто же я изначально, что есть душа? И нужно понять, как изначально мир устроен был, и вот тогда мы сможем что-то изменить по-настоящему. Не так, что в Америке так, если мы сделаем так, в Америке мы будем процветать. Это глупость вообще. Ну и как? Куда же нам идти? Как американцы жить? Или как французы жить? Или как китайцы жить? Вот об этом люди думают. Это полная глупость, невежество. Нужно познать себя. Да? Чтобы понять свою природу, нужно слушать свой разум. И как доверять своему разуму? Он постоянно мечется, и вот разум, как кажется, чувствовать его, что это правильный ответ. Потому что иногда сердце, например, дает какой-то другой звоночек, а разум говорит, делай так. Как объединиться? Человек сможет понять себя только в атмосфере любви и доверия. Нам нужно войти в эту атмосферу, в эту среду. Поэтому, говорю, нужно хорошее общение. Это, собственно говоря, семья должна была быть такой для каждого из нас. Это атмосфера любви и доверия, где от нас ничего бы искусственно не требовали. Не насаждали бы каких-то профессий, обязанностей, чуждых нам. Ты у меня будешь играть на скрипке, не так ли, Вася? Конечно, будешь, я себя сделаю человека. Он потом ненавидит эту скрипку, эту маму. У него другая, может быть, природа, нужно изучать природу человека, а мы насаждаем какие-то вещи. То есть нам для этого важна атмосфера, где я проявлюсь спонтанно. И я удивлюсь, и все удивятся. Не так ли? Ребенок сам встает на ноги, когда приходит время. Это потрясающе. Ребенок сам начинает говорить, когда приходит время. Это потрясающе. Потому что в той атмосфере любви и доверия он прекрасно это может делать. Уже в природе все это есть. Нам нужно продолжать развиваться именно в таком духе. Без чувства престижа и навязывания каких-то вещей искусственных. Тогда вы поймете себя. Поэтому нужно найти круг общения людей, которые смогут, в атмосфере которой вы себя будете чувствовать хорошо. Это духовные люди, в которых нет зависти. Разум мечется, потому что люди непредсказуемы, общество непредсказуемо. Вот поэтому. Когда вы столкнетесь с безусловной любовью, вы сразу поймете, кто вы. Можно, да? Да. Я хотел хороший вопрос задать про талант, про раскрытие и развитие таланта у ребенка. Ну, там есть фильм, который шил сеть для рыбаков, ну рабочий, бедный. Он отдал 5-летнего сына, на совсем рыцарю. Он сказал, я не хочу, чтобы ты жил, как я. Бедным, несчастливым. Я хочу, чтобы ты стал воином, великим, чтобы у тебя было уважение, почет. И отдал рыцарю на воспитание полностью. Он не видел всю жизнь своего отца, потом вернулся и стал воином. Мальчишка. Я хочу сказать, это важно, чтобы каждый родитель отдал своего ребенка в 5-7 лет в кружок, и развивал, и раскрывал его талант Божий дар, или в спортсекцию, где он там. И вот я хочу пример привести. Есть девочка, которая хорошо рисует. Она говорит, в школе я страдаю среди одноклассников. А в кружке, где мы рисуем, я наслаждаюсь общением, которое... То есть я там в раю. И она развивает, она хорошо рисует. И я хочу, чтобы поменять всю систему образования именно на кружки, на спортсекции. Каждый ребенок нашел единомышленника, любимый спорт, любимый вид кружка, может, бокал или там, грамм. Да. Хорошая идея. То есть каждый, да. И мог 12 лет 100% определить, кто я. И вот это правильно. И хочу сказать, чтобы
профессию кто должен выбирать после школы? Ребенок или родитель? Вместе помогают родителям. До 12 лет дети могут воспитываться, обучаться вместе. После 12 по специальности мы уже разделяют их. И это вот направление правильное, да? Это раскрытие. Это очень хорошее направление. Да. Те способности, которые есть. На самом деле, знаете, если взять Древний Китай, то там две дисциплины считались основными, а остальные прилагались к ним. Главное, чему учили прежде всего людей, чтобы получить высшее образование, первым двум наукам — это музыка, изобразительное искусство, потом все остальное. Они считали, что если человек не слышит красоты, не видит красоту, ему нельзя давать высшее образование. Нужно сначала постичь гармонию красоты, после этого только обучали всем другим любым наукам. Иначе он не будет цивилизованным. Образованным, но не будет цивилизованным. Это я просто пример привожу. Просто у Путина духовный учитель, у каждого настоящего мужчины есть духовный учитель. У Путина был детский тренер, ну, по дзюдо. И там, когда он, ну, пошел, он учился, именно духовное развитие, там, в основном. И когда там старшие начали издеваться над другими и там спросили, почему ты пошел в дзюдо, Путин сказал, чтобы таких, как ты, бараний рот сворачивать. Ну, то есть он уже 12 лет отвечал 18-летним, можно сказать, ну там, для них это мужчина, вот так. То есть он уже знал, кто он будет 12 лет. Благодаря тому, что он с раннего детства пошел в дзюдо и развивался именно духовно. Он это, ну как раз вот я это хотел сказать. У нас есть врожденная природа, но нет врожденной силы. Вот это могущество мы должны возродить в себе, принимать решения, не бояться своей природы, не стесняться, не скрывать ее, быть самим собой. Это тоже могущество, это сила внутренняя. Это пример с Путиным, когда об этом и говорит, что у него была внутренняя сила, кроме способностей. Вот это нам нужно, вот эти качества, внутренняя сила нужна, чтобы быть самим собой именно оставаться, сильным человеком. Во время успеха, да, например, у человека появляется страх. Ну и, например, насчет, как развивать профессиональные подачи, именно деньги. Как можно от этого страха отдать? Страх чего? Страх может быть на деньги, на свои профессиональные, да, подачи развивать. Иногда появляется страх. Как можно избавляться? Страх денег? Страх. Страх денег? Да. Страх денег, да. Как можно управлять? Мне нужно понять, что это за страх такой. Обычно деньги все любят. Нет, например, развивает свои таланты или что-то. Боится. Да. И вдруг у тебя появляется страх на деньги. Вдруг у тебя это не получается, но профессионализм должен быть. Так это уже не так можно понять. Как можно избавиться от этого страха? Поняли вопрос? Наверное, страх провала, неудачи. Страх неудачи. Страх неудачи. Не то, что неудача сама. Неудачи в профессиональном не приносят денег, конечно. То есть нет успеха, хоть и в своем природе. То есть успеха нет. Да, хотя есть в природе. Есть. Страх, он связан с. Понятие страха связано с долгом. Вот посмотрите, если вы увлечены своими обязанностями, страх уйдет. Понимаете? Например, воин, если он занят в битве, он становится бесстрашным. Если он не занят, он начинает бояться. Или мать, допустим, она за ребенка становится бесстрашная. Это ее долг, сила. Если вы совершенствуете в своем долге, страх будет уходить. Будьте забывательны. Как правильно выстраивать отношения с руководством? Потому что ну, есть такая определенная грань, да, когда, я не знаю, есть мнение, что авторитет нужно признавать, да, в любом случае, тем более, если ты являешься подчиненным. Но когда, предположим, руководитель переходит ну, к грани там, общения или еще что-то, каким образом правильно выстраивать эти отношения? Вы должны стать сильным человеком внутри. Это правильно, что мы должны признавать иерархию. Вот. Но мы не должны предаваться неразумной иерархии. Мы должны внутри быть сильно принципиальным относительно своей жизни и своих убеждений. Но когда ты становишься сильным принципиально, и эту силу чувствует твой руководитель, это человек... Но это не препятствует исполнению обязанностей, верно? Да, но
Да, но даже если ты перфекционист в исполнении своих обязанностей, но тем не менее... Это главное, они это ценят. И принципы убеждений тоже ценят. Если вы выполняете все свои обязанности должным образом и имеете принципы, вас будут ценить и уважать на всех уровнях. Хотя это нелегко, я понимаю. Не только у вас, сплошь и рядом такая ситуация. Почему? Потому что общество, оно руководствуется выгодой. Чем выше класс людей, тем обостряется это чувство выгоды и собственности. Поэтому у каждого сейчас такая сложность есть с вышестоящим классом. Тем не менее, вы должны стать сильным человеком. Мы об этом и говорим, стать самим собой. В этом вся наша наука и обязанность. Например, я приведу последнюю историю, сейчас расскажу. В Америке был очень известный адвокат один. Слава его гремела, его звали Изи Эдди, прозвище. Я эту историю услышал от одного духовного учителя, который жил в Америке. Он был адвокатом таким, мастером, знал законы, он был настолько разумным, что мог манипулировать законами как угодно, мог вытаскивать людей из любого провального дела вообще. И его поэтому нанял на работу один глава мафиози, известный, вы даже, наверное, знаете его имя, Аль Капоне. Он спасал всю мафию эту, всю жизнь. Их засуживали, он их вытаскивал. Деньги рекой лились к нему просто. У него фактически в Нью-Йорке был квартал целый. С дворцами, с колоннами, там машины, личные были самолеты, у него было все. Но у него был сын, который жил вот с этим отцом, вот в такой роскоши, и видел, чем занимается отец и все остальное. И этот Изи Эдди, он думал, у него была только одна проблема в жизни. Больше никакой. Что он дал сыну все, кроме одного. Хорошего примера отца. Он понимал, какой пример. И это настолько его, когда он это понял вдруг в какой-то момент, это перевернуло всю его жизнь. Он решил что-то сделать для своего сына. Изменить себя. Какой-то, ну, по-другому вообще поступить в жизнь. И он рискнул, он решился. Он заложил всех этих лидеров за решетку. Все, запрятал их все. Он понимал, что ему будет стоить жизнь. Он знал об этом заранее. В один из дней просто на него навели автомат из машины и решетили всего полностью. И на асфальте мертвое тело, и сын видел все. Он сделал это ради собственного сына, смотрите. Теперь другая история. Авианосец американский. В Тихом океане. Там самолеты боевые, истребители на вылет. Задание. Япония там была их цель. И лидер этой группы самолетов, как их называют? Истребитель. Ну, истребитель, но вот он руководит всей этой группой истребителей. Командир. Они взлетели с этого истребителя, и он посмотрел на бензобак и удивился. Он был почти не заправлен. Его забыли заправить. По инструкции он должен был передать свое полномочие кому-то другому из этой группы и вернуться на базу. Что он сделал? Он передал свои полномочия и стал возвращаться на базу, объяснив, в чем дело. Но, летя на базу, он увидел несколько, где-то 5 или 6 бомбардировщиков японских, которые летели, чтобы потопить этот авианосец. Там было около 1000 персонала. И он единственный, кто это заметил. Вот так случайность была. У него был пулемет боевой. Он вступил в схватку, этот человек. Сражался как сумасшедший. Два самолета потопил. Патроны кончились. Стал их таранить крыльями. Еще два потопил. Остальные подумали, это какой-то сумасшедший там пилот вообще. Камикадзе какой-то. Давайте отсюда просто убираться. И все удалились оттуда. Это был сын этого Изи Эдди. Этот пример отца сыграл большую роль. Но все-таки сделал свое дело. Это работа. Вот об этом мы должны думать. Я, правда, сейчас забыл даже, к чему я привел эту историю, но тема была близкая к этому. Чтобы завершить, как бы, о чем мы говорим. Спасибо большое.